Я иногда даже говорю, тоже, бля, первый типа не хочу, бля. Так. Так. Ну, тебе. Ой, ой, ой. Что за... Не понял. Ладно, поверим в тебя. Так. Даже я вроде не так знаю. Доктор, а ты что, на ЦЗ не умеешь, что ли? Ты же вроде тогда на ЦЗ стоял. Ну ладно, давай, давай. Первый этап тогда, там посмотрим. Так, пошел спрашивать. Они не готовы. Оба, получается. Да. А вот у Шального написано не ЦОП. А если на ЦОП поставлю, ты не обидишься? Не, ну не сейчас, я имею, например, если там вторая, третья игра. Окей. То есть не ЦОП, даже ЦЗ будешь играть, да? Тогда надо было писать, блин. Не ЦОП выше там этого. Выше ЦОП, например. Как это странно, вот тут нету, нет ролей, нет ролей, нет ролей, нет ролей, нет ролей. У кого, вот у Курама есть роль, блядь. А Курам и Лука, охуенно роль. Вот зелененькая, красненькая, блядь, усада, блядь. Я иноагент, не трогать на недельку. Ну это понятно, да. Хотел развалить затухающуюся соль. Слушай, да. Так, ну, кардиоп справа будет. Кардиоп доктор будет, наверное. Чем готов? Что, зову? Зови. Не зовут так-то, но пускай мы попробуем. А, нет. А, мы зовем, да. Я вообще перепутал нахуй. Мне показалось, я мешок Кардиффа назвал Бакардиф. Блэк Бакардиф. Нет, Кардиф, я не сказал Кардиф. Это, может, у тебя лагануло? О, пупок. Это что за на чемпионате мира за сенсация по результату? Он вообще хуйня какая-то. Даже. Ну, я надеюсь, сейчас, блядь, там... Иран выиграл Уэльс, что? И, блядь, 98-я и 100-я минута. Там равные, ну, в смысле... А, там же да? Калина ввел эти самые, теперь дополнительное время дурацкое. Да. Типа да. Из-за празднований. Да. Нет, там как бы все по заслугам было, блядь. Иран лучше Уэльса смотрелся. У Голландии Эквадор 1-1. Что вы, блядь? Да, Эквадор, блядь, пиздец играл. Они чуть не ёбнули голландцев. Они гол забили голландцы и как будто бросили играть. Вот, пожалуйста. Они еще в конце отскочили там, блядь. Крестовину попал мяч. Блин, а как Португалия отскочила вчера, блядь, когда это, блядь, пиздец, блядь, так жалко было, что видел. Я за Гану, пиздец, болел, блядь. От счастья он, блядь, перестарался. Иначе быть не может в такой атмосфере. Очень хорошая игра у нас сегодня может получиться. Ничто этого не мешает. Можно как-то во время матча отключить этот геймпад? Это я включил его для ОТ, просто посмотреть, то ли я нажимаю. Стоп. Мяч отбит, но недалеко. Здесь ничего опасного. Положение вне игры. А? Да я у Курама, что это на клавишу играешь?
Да нет, я включил отображение геймпада во время игры. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе это возможно пришел. А такая. Тут нету сейчас время матча его отключения, ладно, через 2 минуты делся. Вовремя они мяч перехватили, опасная атака была. Отлично играет в отборе. Скатимся, ёпта, скатимся. Вы нас, главное, угу. Чтобы повыше и посильнее. Да, начинаю. Амо. Соперника нет на фланге, можно идти вперед. США. Мимо, хороший удар-то получился. А что у них боты, как же один? У вратаря были бы проблемы, но повезло. Там кричи в воротах, но он либо на паузе, либо вылетел, непонятно. Соперник теряет мяч, хороший от. На паузе он бы ботом бегал. Ну так он ботом на воротах и стоит. А, у них вратарь. Отлично, кричит, что ли, ебать. Мяч перехвачен. Я что-то думал. Кто на ворота, блядь, я не понял. Кричи же вроде у нас. Ну, я думаю, чего, блядь? Я просто помню, что Кричи был розоволосым. Да и я думаю, что это какая-то хуйня, блядь. Я уже негр. Я тоже не могу понять. А бумба-гумба, блядь. Паста топнулась. У нас, ну, блядь, а как так? Нет, Англия. Дель Пьеро. Отдает мяч, блин, точно соперник. А, я тут. Ну да, ближнему. Филетову. И у нас тоже вылетел, что ли? Кто вылетел у нас? А, на Меска. Не, он на месте. Ты чё пугаешь, бля? Англия в белом. Микки. А там уже началась Англия, да? Да. Да, начинает. Ебошим пиндосом. Пачками. Вообще-то Англия... А, вообще-то Америка играет в форме с триколором России, если что. Что за хуйня? Рукоподдержка, типа. Не, у них как, у них же тоже цвета флага красно-бело-синий, а у них просто на рукавах так они, ну, расставлены, как будто бы всякий флаг. Да, да. Сори, очередь, Лекс. На этом атака заканчивается, отличный перехват. Ой-ой-ой-ой, сломал человека. Можно. И мяч снова у них. Амо. Неплохо. Сейчас команда контролирует мяч. В очень подходящее время прерывается эта атака. Ой-ой. Есть на фланге пространство. Не-не-не, автор там. Пробить бы. Отличная игра в отборе. Ёпта. Ёпта. Выбивает, лучше сыграть на мяч. Нормально, нормально, перехватил. Ближку смотрите, сейчас будет. На вот розового. Они все спереди. Еще один курамчик, иди, тоже. Да я дул, я просто. Ты просто не идешь. Да я успею раздаться, хочу просто понять, наш мяч будет или нет. Шикарный блок, прессинг, и мяч снова у них. Хорош. И через край пошла атака, тут есть немножко свободного пространства. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Либо я перетянул. Есть шанс развернуть отдал. Контратаку. Да что там, Кардиф так, блядь, телепортнулся. Вратарь раньше всех оказывается на мяче, уверенная игра. Меньше не... больше не... Очень выверенный пас. Отличная оборона действует. Есть поддержка в этой атаке.
Березовому, блядь. Если хозяева не смогут забить в оставшееся время, они проиграют первый тайм. Разница в счете минимальна, поэтому отличная позиция, нужно забивать. Хорош. Пенка, он... Отличное спасение, и пусть вас не смущает то, что флаг бокового и уже стоит, не так потащить мяч дорогого пропускал стоит. Как-то странно, бля. Лукаку. Микел. Хорошо, они мяч держат. И поторопились. Хорош, мяч они все-таки теряют. Эффективен высокий прессинг сейчас. Чистая игра в отборе. Одна минута добавлена. Это одна, максимум две атаки. Выбит мяч из штрафной. Убились добавочные было, Да-да-да. 8-14. Ждите, следующий FIFA будет. Я вообще не понимаю, зачем, блядь, нахуй с трех, блядь, замен сделали 5, блядь. Из-за короны. Ну, типа, 5 нормально, но они же в 3 писиста могут это делать. Расписание этих матчей, особенно больше турниров стало, больше разных этих кубков. Корона прошла, все, можно, блядь, делать обратно. Из-за... Не, так, ну, что, так это показ... ну, оказалось хорошей практикой. Типа, в первом тайме ты можешь сделать 3 замены, во втором еще 2. Ну, то есть ты, по идее, не можешь сразу 5 сделать в одном. Ну, это тупик, блядь. Ну, так это хорошо, что больше возможностей другим футболистам. Меньше травм. Играть. Ну. Меньше износа, ну, усталости, износа. Больше футболистов будет известно. Смотрим. Нарушений правил нет. Блестящий. Пощупал немножко. Что-то, блядь, 3 паса за одну минуту, что-то дофига, не что ли? Пощупал немножко. Он четко играет в своей штрафной, чистый отбор. На другой фланг мяч переводит он. Она здорово держит мяч и двигается к воротам. Ходит мяч у них. Как его притянуло хорошо. Перестань надальку. Ага, спасибо. Разыграть угловой решили через пас. Эй, встань трепко. Хороший блок, мяч не проходит дальше. Физика сетки просто охуенная. Свистят болельщики хозяев, не нравится им, что гости тянут время. Действительно, явно они получили установку не нагнетать и удерживать счет до конца матча. Давай, Ром. Есть пресс у тебя. Окей. Амо. У меня что-то на сутку. Есть кому в атаке помочь. Бить в принципе, неплохо прошли. Хорош. Нахуй, цоп не нужен. Так цоп начал это все. Ты же первый сначала отдал, потом они начали стены. Да, ну а потом сколько раз говорили, цоп, давайте играем с цопом. Зачем, если есть возможность? Они друг друга там дальше играли, все, нахуй не нужен он. Не, ну у нас как-то установлено, бля, в центре игроков мало, даже странно, бля. Забили вопросы? Нет. Без проблем он защитника проходит. И вот так играет защита. Тот же игрок, что проиграл борьбу в первом эпизоде, все-таки забирает мяч. Ёпта. О, блядь. Не смотрим. Вратарь есть. О. Разрядил он обстановку сейчас. Разрядил. Здорово сейчас может контратака пройти. Ты Питер, блядь, хорош. Здорово сыграно в отборе, соперник без мяча. Ну, блядь, Питер. Осуждаю. Питер Паркер.
Так это пюпитр, алло. Это поставка для нотной тетради. Да, да, я знаю. Перехват, эта атака не получается. Здорово он с мячом идет. Очень опасно. Ой, хорош. Какой фит? Нихуя ты тут, блин. К вратарю мяч прилетит, слишком сильная передача. Штучки вывели. Сыграют они неплохо, но нужно что-то делать дальше. Нужно заходить вперед. Хорош, но, блядь, дальний тоже. Казалось, что в этой атаке может что-то сейчас получиться, но защита хорошо отработала. Удаляй нахуй это говно. Удаляем, да. Кого-кого? Кого-то. Это психует. А, это нервы не выдержит. Ты знаешь, что тут уже напоминает не ситуацию. Троф типичный. Знаменитого матча Челси Пари Сен-Жермен. Когда несправедливое ударение... Да, это троп обыкновенный. ...помогло французам одолеть Челси. Абсолютно. Он какие-то судороги. Согласен, очень хороший пример, потому что, играя в десятером, придется мобилизовать свои силы до предела. И, возможно, команда сегодня это продемонстрирует. Плохой пас, мяч перехвачен. Нормально, нормально. Давай розыгрыш я подам. На дальку. Короткий разыграно. Отличный вынос. Готовы. Сказал Тухладыра. Есть у него поддержка в атаке. Хорош. И потом после этого. Да, почти. Лука у них, наверное, позор. А, Лука у них притягивает мяч. Навес штрафной. Ой-ой-ой. Хорош, что, блядь, там... Хотел сказать, добить, блядь. Хорошо защита игра. Во-во-во, это что, в ножки было? Нет, ребят, смотрите, у них удаление, и, по-моему, центрального или крайнего защитника. Так мы можем и по фангам растягивать. Да. Шире просто, поищите. Они в 3 ТЗ встали, да? Да, мчанчики не забили. Игры. Да, ну я сразу давал. Микки. Ну вот нахуй это поворачиваешься, если мог просто новую. И мяч перехвачен. Отлично в отборе сыграно, аут. Ну что, побежали они вырывать победу. Что ты меня, блядь, что за кит? Ой-ой-ой. Хорошо, блин. Подача, мяч летит в штрафную. Повезло сейчас. И все, ничего не сделаешь. Короче, что она заменит меня. Основное время матча заканчивается через 9 минут. Синий-синий есть. А, что это долго? Синий-синий. Отлично, да. Мяч перехватит. Синий бы потом в одно синему давал. Синий-синий. Мы видели дриблинг Магуайра. Он, да, на туре почти к ракету исполнил. Вызвать Магуайра и не вызвать там. И боди фейнт еще там сделал. Гениальность, блядь. Стандартное положение. Отличный шанс. Кстати, в первом матче он первый тайм неплохо сыграл. Сзади. В центр штрафной подан мяч с углового. Ничего опасного, здесь мяч выносит. Нет, эта атака не получается, перехват. Скатимся, скатимся, ёпта. Куда еще ниже-то? Не-не-не, это, блядь, ты не понял прикол, что ли? Нет, я знаю, я говорю, им куда еще ниже. Ниже... Они и так уже скажут. Они и так уже там в обороне толпой сидят. Да-да-да-да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чу-чу, блядь. Что-то подскаты. Хорошо блокирует удар. Всего 2 минуты осталось провести команду. Ну, я предполагал, что он навесит и, блядь, здорово отдает на перерез хотел не ебать. Да перекат, кстати, был. Полминутки. Можно? Полминутки. Это удар. Хорош. Пиздец, опа, так душно играет, пиздец. Не могу.
времени остается. Сколько открытый, блядь, не дают. И все, судья дает свисток, хозяин провели. Там чаще мяч получается. I know that feel, bro. Очень неприятно проигрывать в таких матчах. Разница в счете минимальна, а сил-то каждая команда отдала. Рубка прям какая-то идет у них. Что идет? Он величайно с американцами рубится. Да. А, это уже все. Основное время я думал перерыв только. Так, давайте сейчас Курам с Ауми поменять. И ЛЗ с ЛЦЗ. Остальные также. Все так же становимся, да? Mm-hmm. Нет, или шиной до сопа лучше. Чтобы подушнило. Но спроси у него сам. Его там на ЦП душнило. Сопа хочешь. Если он не против, сами договоритесь туда. Хальной, ты не против поменяться местами? Я такой, мешок с тобой, конечно, не против. Все, шиной утих что, да? Задумался. Больной. Больной. Он отошел, наверное, сейчас пройдет. Извините, может быть, Шибуру? А, вот так сделаем пока что на время, посмотрим. Еще и гэй, бля. Ты че, бля, да? Моя точка тут. Так, что? Может, не ЦПшника поставить, раз на ЦП? Вот смотри сам. Я нет, просто разница. Не знаю, как что он там из себя будет представлять. А ты, что у тебя там поставлено? А, ЦП. А до этого было какое? Опа. А, понятно. Mm-hmm. Понятно, почему ты на ЦП не давал. То, что ты алфа, у тебя только вперед был. Видимость, поле. Ой, у меня тут 4 очка на ЦП, подожди. Шах, тебе, возможно, тоже надо на вратаря поставить. Я чего еще раз? Шах, надо тоже на вратаре вратаря поставить. А-а-а. Шальной, 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 куда ты пропал? Я посмотрел да. Список лидеров профи. Мы тебя спрашивали, которые... типа, ты на ЦОП встанешь? Ну, тебе решение. Ты можешь отказаться. Это твой выбор. Мешок, вы готов? Да, готово. Хорошо. Давайте так же. Бля, ну это не его выбор, вы его... Заставили. Да, почему я не было этого. Ну я вроде бы не заставлял. Так, вы ему не оставили выбора. Ну в смысле, я ему сказал, выбирай, может отказаться, но видишь, он не отказался, значит ему приятно там стоять иногда. А ты Шенна где играешь сейчас? В каком клубе? Что, где? С Лукой. А, понял. Что? Где? Что это? Это немецкая, да? Нет. Карате. Португальская. Грузины. Карате пацаны. Всем привет и добро пожаловать на футбол. Отличный день для отличного матча.
Вместе с вами смотреть этот матч будем мы, комментаторы Константин Генич и Георгий Черданцев. Встреча таких команд не должна никого оставить равнодушными. Все. Еще поставил список лидеров профи, как играют, типа там иностранцы, НЦПшники, они вообще скорость там не вкачивают. Да, я знаю. Просто все в дриблинг, все в пасы, выносливости, передачи. Так я в прошлой FIFA вообще на скорость никогда не ставился. Неплохой был пас, но соперник передачу прочитал. Нужно бить. Хорош, Чича, блядь. Хорош, Чича. Защита. Ну, кстати, ну даже без скорости в центре поля очень солидно бежит. Получается перехватить пас. И просто правильно позицию ставить себе надо, и все. Здесь должен стоять. Ну, у меня опыта в центре поля вообще никакого нету. Я... Так, чисто интуитивно как будто я буду играть. Хорош. Пенка. Какая пенка? Пенка? У меня же чисто было. Ну, что за глупость? Игорь Майор, легенда. О, лысый. Смотри, все этот тухи тут все набили. Хорош! Смотри, Игорь Майор помогал. Ты видел его голову? На поворот. Не повернул голову. Да выше, выше, выше. Прочитал. Разыграть коротким пасом решили угловой. Хорошо, играет в отборе. Ой, далеко отпустил. Только. Ай, блядь! Ничего в этой атаке, офсайд. Обидно блядь. Терять такую возможность из-за задержки с передачей. Всего блядь. На несколько секунд блядь. Мяч передержали. Отлично сыграно, может быть опасно. Тихо-тихо-тихо, ну хорош, подкатный, ребята, вот все. К воротам. Жига. Я. Я просто не знаю, как у Мирнца в центре поля залезть. Замени желтый мой ЦП, позицию. Блядь, косашку плохо дал. На желтом. Армей, слишком, слишком близко в центр играет. Ситуация. Ой, со мной можно было. Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. Ой-ой-ой, это что за фигня, блин? Толкнуло тебя, блядь. Вы видели? Мяч меня оттолкнул, что ли, или что? Ты же вроде в руки взял, не? Нет, я его отбил, типа, я должен был в руки взять, это анимация конченная. Но почему его откинул от мяча, я в душе не знаю. Я там подумал, что он развернется между ними, бля, а он не повелся, бля. Уверен, он сыграл сейчас. Здорово мяч у них ходит, и соперник никак не может его отобрать. Отлично сыграно, хорош. Мяч перехвачен. Хорош. О, хорош, куда? И хорош, дает арбитр, тут играть, остаются они с мячом. Давай туда. Попас еще обратно. Еще обратно дай. О, фак. Ладно. Жига. Соп есть. Все. Переходят они в атаку. Амо. Отличный отбор. Они забирают себе мяч. Да. Ну да. Играет через вратаря. Соперник сильно давит. Ну, блин, там вроде тоже догонял. А, побежал. Зараза, Лука. Стоял, кто начал выбивать, побежал сразу. Мяч у соперника. Ой, блядь, сейчас вперед. Мяч все ближе к воротам. Хорош, хорош. Здорово, защитник выносит мяч. Отличный перехват, очень вовремя. Амо. Сохраняет мяч, несмотря на прессинг. И мяч в руках у голкипера. Денис. И очень занят минуту. Ну. Это так, аут. А, блядь, стука. Блядь, туда пошли. Опять мяч не идет, перехват.
Без поддержки от атаки можно что-то придумать тут. Отлично сыграно, очень вовремя защитник мяч вынес. Петрой коридор. Отлично. Подает в штрафную. Ой, нихуя не плохо полетел. Благодаря голкиперу. Так, будет угловой, ну ближко чую, да. Средний навес. Даю. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. 4-2 было в защите. Вперед он мяч тащит. В центр штрафной подача. Спасибо защите. Это тут точно не получился. А что-то я думал, блядь, навес нормально дать. Смотрю, бежит. Непростая игра сегодня для всех. Команды стараются не ошибиться. От этого действуют предельно внимательно и аккуратно. Болельщикам, разумеется, такое действие не по вкусу. Нам бы тоже хотелось побольше острых эпизодов в атаке. Отлично в отборе сыграно. Аут. Очень здорово прессингуют они. Расставились. Оп, оп. Эх, не увидел. Нормально. Нужно набирать скорость. Мяч уже на чужой половине. Пас точно на соперника. Ну, я изначально просто забегал под Аумин, я думал, он типа забросит туда. Там застопорился, не пришлось возвращаться. Именно столько осталось играть. И есть вариант, куда сделать пас. Время. Ай, блядь. Давайте немного передохнем. Судья только что завершил первый тайм. А у меня ты это слишком сильно к центру это смещаешься. Тем более даже на чуть ли не на правый фланг убегаешь. Смотри там. Ближе к позиции. Ебать, Соп получил уже 11 мячей. Я, сука, получил в первом тайме, блядь, 2. А ну, я сколько? Первый матч. Ты 6. В первом матче, я говорю, когда я на Сопе играл, я 2 получил паса на Сопе. Ну, что-то вот не так. Действительно. У меня проблемы, все. Хорош, Лора. Хорош. Хорош. Это фол было. Ой, блядь, обрез. Есть вариант для паса. Хорош. Перехват, мяч переходит к другой команде. Забегаю. Все уже. В смысле, так я же бегаю. А я такой, чтобы я лучше просто играл. Американцы чуть не забили, офигеть. И забрали мяч себе. Тащит вперед мяч. Здорово. Ну решай же! Ай-яй-яй. Хорошая подача получилась, но никто не смог там сыграть. Неплохой заброс вперед. Оставили они без мяча соперника и сейчас пытаются разыграть доверного нападения. Сами привезли себе момент. Здорово в защите сыграно, но атака не закончена. Мяч из-за боковой будет введен. Какой-то вынос ебанутый получился. Кривалт, выпихни все. Высокий прессинг сейчас и это приносит плоды. Микел. Они возвращают себе мяч. Вроде доходит, а нет. Хорош. Выпрыгнул, блядь. Получается отдать на ход.
Второй темп тоже смотрите. А то вдвоем там кинули. Накрыть мяч в последний момент. Голевой шанс упущен, зато увидели отличное спасение. Я не бежал, если ты меня. Пошли последние полчаса игры. Да. Пасик. Хорошее движение с мячом. Сука. Хорош. Она решила пробить. Выше ворот проходит мяч, но удар был хороший. Так. Топ. Давай рядом. Выбивает мяч игрок. В опасной близости от ворот удалось все же мяч перехватить. Амо. Тащит он мяч вперед сейчас. Навешивает штрафную. Ой, спасает, но эпизод еще не окончен. У меня финтек у нас где-то есть на этом цепочнике. Я просто... А вот точно, там же все в дриблинг вкачан, там в любом случае. Архетипы ставят, потом там без финтов никак не поставить архетипы. Атака, и есть тут свободное пространство. Ну, без, да, 4 звезды по-любому там будет. И удар! Ух ты, блин, какой удар интересный. Атаку удалось защите прервать. Хороший сейф. Мягче. Хороший сейф и охрана нормальная. Основное время истекает через 20 минут. Блин, вниз надо было на пуфашника. Да он один, блядь. Так, папашник один был. Так он один, но наверху будет трое. Ну, блядь, точно с моего паса хуёвый был. Очень опасно могло поэтому быть. Обосрался я, блядь, в том числе, что в пас хуёвый дал. Ох, ёптаж, за текстуру улетел. Блядь. Хорош. Отличный пас прошел. Ой. Мяч неплохо. Будет у соперника. Почти. Я думал, дойдет. Да, вдвоем кимба даже убегали. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Рома, можно? У меня все, какой пас. Сочный. Хороший там создал. Блин, он уже, Паша, побежал туда. Зараза, блин. Нормально, давай. Ну что, побежали они вырывать победу? Хорош. Ведет мяч в игру. Повезло им сейчас откровенно. Ой, наш мяч еще. Да, отлично. Так, давай, Рома. Из чего у тебя в центре сразу? Блин. Он, в ту сторону. Бля, да прием пиздец какой ебанутый получился сейчас. И вот если что. Ты с приемом шаг делаешь в сторону наших ворот. Интересная атака. Потери и у соперника. Можно забивать? Давал. Сука, блядь! Да. Хорошо, может атака пойти дальше, есть на кого сыграть. Здорово сыграно. Последний шанс сейчас есть на то, чтобы вырвать победу в этой встрече. Времени почти не остается. Ебать! А блин, ну что за залу? Ебучка пиздец, нахуй. У меня там не видно, нихуя, сука. Давайте на цопу и закидом. И довести дело до конца. Блять, он сам уже дал. Сейчас будет веселее. Эй. Не пошла. Да я цоп хотел. Ну, если бы я сейчас... Еще играть 2 минуты столько добавили к основному времени.
Можно забивать тут. В перекладину мяч попадает. Вот момент, и вот все. Финальный свисток арбитра. Бля, ну, это отскок ебаный. Да. Блять, мы отскочили, на самом деле, они больше моментов имели забивать. Я FIFA перезапущу быстренько. Он что-то лагает. Давай. Не, мы доминируем. Это не доминируем. Блять. Сейчас американцы перекладину дали. Огрызаются американцы. Иду отравлюсь табачным делом. Сейчас. Мы сделаем по-другому. Проебывать так проебывать. Я второго героя собрал. Первый раз выпал кьюит. Посмотрим, что в этот раз выпадет. Главное, чтобы не снова кьюит. Где таких игроков ты взял? Чего это? Ну, всяких там 89-х. Рейтинга нападало. Там я собираю всякие СБЧ там... 81 плюс, 85 плюс, мне вот кто падает. Мне оттуда Куртуа сегодня выпал и этот, как его, Казимира, 90 и 89. Так, и вообще, считай, я не тратился, я все собрал с того, что было в клубе. Ну, я просто дофига антрейда. Тихо. ЛЦЦ обратно меняется, ЛЦП, ЛФД тоже. А так и так же. Угу. Чичи ЦП. Рамсад. Курам. А кто там перезагружаться пошел? Курам, что ли? Не, я уже вернулся. Курам. В принципе, ФРВш тебе поставить. Я не помню, что у него там хотят положить. Так, ну что, заводит? Поехали. Третий-то выиграем, я надеюсь. Надеюсь. Футбол зовет. Сегодня есть все условия для того, чтобы этот матч стал выдающимся. На комментаторской позиции сегодня Георгий Чернанцев и Константин Генич.
От этой встречи мы ждем максимум голов и яркой игры с обеих сторон. Лучший футбол только для вас. Отличный матч мы сегодня выбрали для трансляции. Джим, я ЦП как ЦАП играю или как ЦОП? Вот, ты понял? Пока... Какая техника, как ЦП. Он обращается с мячом? Вы только посмотрите. Ну, все, сам хорошо факт. Бьет. Что творит? А, какой сейв! А че так, блин, пропустили-то его? Я большой, если что, справа. Идеальный тайминг паса. Да-да-да. Только... Вперед игра идет. Хорош. Мяч у атакующей стороны. А я пробивал бы уже. Да, я, блядь, наоборот, блядь, думал, сейчас поднимет это и скинул, блядь. А я думал, вообще ничего не случится. Бля, вышел. Нужно выходить вперед, бей! Рано, мяч хоть и был у ворот, пошел мимо. Точно один из самых обидных промахов сегодня. Все было готово для завершения, но не всегда получается сделать то, что нужно. Пятка спину, не так. Удар! Что опять сзади происходит? Почему опять так просто все? Решили забрать Больше. Игру себе, и гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Да нет, один должен принимать, а другой страховать. Он не был заманить. Давайте погнали, еще время дофига отыграемся. Минимальное преимущество. Внимательно давайте. Команд к этому моменту. Амо. Вот ты пропустил? Отлично, он играет на перехвате, очень хорошо игру сейчас прочитал. Угу. И у соперника теперь мяч. Денис. Микки. Педа поставлен на ЦЗ, так что давайте. Ищут свободную зону. Как здорово сейчас играет защита. И Майси, телега. А, ну кто в центре? Никого, блядь. Видел, как у меня по бокам все были игроки. Через центр более. Через одного игрока атака сделан. Сейчас развивается. Движение. Лукак. Денис. Бля, ну как ему ёпта у меня? Я же отбирал. Опасно это может быть. Кричи. Возможно, на паузе. Отличный отбор мяча. Бля, надо как-то через центр попробовать. Отличный пас. Красивый прыжок вратаря и прекрасный сейв. Ставит корпус, не можно остается с мячом. А в последний момент убежал. Мяч, хотя никто вроде не мешал. Не мог этого предвидеть. Понял. Чисто отобран мяч. Отлично сыгранный хорош, мяч перехватил. Еще. Хорош. Мяч остается в игре, и из этого может получиться что-то опасное. Отличная игра в отборе, будет вбрасывание. Защита в последнюю секунду спасает ситуацию. Хорош. Попаста Топулос. Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать тут. Сейчас... Ой, хорош! Есть
Хороший. Вратарь вообще был шанс что-нибудь нажать, чтобы это перехватить? Я мощный пас надавал, не знаю, может, он был. Прочитал бы и стал бы на пути прострела и все. То есть там нет кнопку там, типа, ножку сунуть или что-нибудь типа того. Да. Если мяч сильно летит, там вообще без шансов. Поэтому мощные пасы вдоль ворот — это имба. Какой там фен? Ой, не меня, блядь. Вынести мяч по-прежнему опасно, может быть. Ну, ты маленького роста, все. Вот. Получилось отдать на ход. Хорош. Как хорошо сработала защита. Перехватили, хороший пас. Амо. Мяч отобран, хорошо сыгран. Очень опасно хорош. Могло быть. Хорош, хорош. Амо. Есть свободное пространство на фланге, и туда идет атака. Ну, да, хорош. Как мяч не попадает в ворота после такого... Так обычно хорошо тянет, когда он за спиной выбегает. Сложнее, Защ обычно уводит туда дальше. Я пережал немного. Типа без прыжка, чтобы он сыграл. Мяч потерян. Соперника нет на фланге, можно идти вперед. Хорош. Все, ничего в этой атаке не получилось. Да. Так. Давай на фланг иди, МСК. А. Все, там стой. Сейчас где-то летит. Рома, отойди в стороночку. Судья добавляет одну минуту. Вперед. Здорово сыграл удар, заблокировал. Аж воротар улетел, блядь, от твоего удара. Ветром сдуло. Ну. Там либо от микрофона далеко уехал, но не было слышно, что ты будешь делать. Там раз, два, три, он кричал. Он сказал на дальнем, раз, два, три, да. Вот это прикол этой маски, что борода, ну, пропадает. Маску одеваешь, борода нет. Вот это острый? Ага. Бывает. Англичане сейчас имели шанс. Это маска черная, это для травмы, типа. Маунт пизон. Нос сломанный. Да мы знаем. Она защита. Я не об этом, я про отображение. Вот ты бородатым врагом играешь, надеваешь эту маску, борода пропадает. Ну, блядь. Как быстро сбрить бороду? Надень маску. Не-не-не, блядь, просто маска на бороду, блядь, это же неудобно, блядь. Надо побриться, а потом маску одевать. Какую мечту маску, которая, типа, врачебная? Ну, на... Нет, на глаза вот это. А на глаза взор. Которая? А чем она мешает в бороде? Ну, эмбарго. Мак отображение. Судья дала свисток начала второго тайма, наш матч продолжается. Жизнь ничем, фифе, чем-то мешает. Воу-воу. Ну что, блин, такое, блин, происходит с нас. Борода, бля, маска, нахуй. Посмотрим и отметим пас. Борода не помогла. Давайте маску. И, конечно, надо отметить прекрасный удар после выхода 1 на 1. Ну что? Что поплыли-то, ёпта, давай. Счет 2-1. Никто не поплыл, все в тонусе, поехали. Ну, ну. Хорошо. Вот если бы он не за лицевую летел, а так, знаешь, как-то может. А как быстро ударил ты супер ударом? Давай вот сюда дай. Анимашка. А, сюда дал бы спокойненько. Центр штрафной, пошел мяч. Стреляй. Подача в центр штрафной. Не удалось мяч вынести, надо обороняться, продолжать. Нужно придумать блять, что-то получше. Рано. Отлично сыграно, может быть опасно. Отлично. Хорош. Игра в отборе. Спартаковс и игра на коротке, да? Да. Стеночки. Кидаешь. Опа, опасно. Как головой заработать. Блядь, заебись.
Блишко возьмите, пожалуйста. И в центр штрафной подача. Воу, меня куда-то унесло. Что-то стоит, а? И с ударом! Ёпт. Он блокирует опасность. Отскочили сейчас. А не. Ставит корпус, не расстается с мячом. Здорово сыграно, мяч остается в игре. Пас точно на соперника. Судья все видел и показывает, что нужно продолжать игру. В атаке с разрезами поаккуратнее, они хуёво идут. Лучше в ноги делать. Очень опасный контратак. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Очень вовремя защитник играет на вынос. Бля, ну это должно быть кто-то. Проходит он защитника. Не дает мячу пройти. Ну, блядь! Уже был гол. Ну, если бы он упал после удара, тогда да, залетело бы, да. А, здорово работает с мячом и двигается к воротам. Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака. Тут контратака может получиться. Блядь, ну и пас. Что за говно? Отлично играет на перехвате. Очень хорошо игру сейчас прочитал. Теряет атака мяч. В штрафной вынос. Они снова с мячом. Пас перехвачен. Ребят, Жуга Бонита пошла. Что такое, блядь? Пиздец, это. И теперь сопернику придется еще... И потом Жуга Бонита. Опа, Бонита. Опа, Бонита. Тренер счет. Результативный получается матч. Да, блядь. Здесь мне игры слишком рано. Блядь, мол, не свистну. Я охуел, блядь. Было еще немного подождать, и тогда бы игрок успел вернуться за линию офсайда. Второй темп. Сокращай разрыв! Хорош. Реально бы забьем. Бля, еще не летит туда, блядь, пиздец. Еле нажал вообще, блядь. Поворот снова. Перехват, они снова с мячом. Есть кому в атаке помочь. Не отдает мяч под прессинг. Уверенно играл в отборе, соперник теряет мяч. Там ой, торопился. 15 минут до конца основного времени матча. Не, нахуй, я уже устал, блядь, бежать. Микки. Есть удар! И справляется вратарь с этим ударом. Еще один. Где? Пошла Куран. Подача. Знаешь, тут проще было выйти пониже. Не получилось ничего создать в этой атаке. Короткий пас, значит. Шикарный высокий прессинг, и мяч снова у них. Хорош. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Обороне нужно назад возвращаться. Вроде бы хорошая, быстрая контратака намечалась, но одно неудачное действие, и, пожалуйста, мяч уже у соперника. Вот это да! Отлично сыграно! Мяч из-за боковой будет введен. Давай, давай, время еще есть. Защита в последнюю секунду спасает ситуацию. Шикарный момент. В игре вратарь. Сидит, у них мяч остается. Еще чуть-чуть, и был бы гол. Да. 6 минут осталось сыграть во втором тайме. Пас получился, будет опасно.
Да, через такую защиту типа я... не просто будет прорваться. Спас угловой разыгран. Как она умудряется хорош стоять перес на ногах? Удивительно. Давайте вперед, вперед уже. Некогда разыгрывать. Давай через справа. Меск. Не так много времени остается во втором тайме, и у хозяев большие проблемы. Они проигрывают с большой разницей. Если они хотят что-то менять, то время пришло. Да, на один гол времени хватит, а вот на два не уверен. Но никто не говорит, что нужно останавливаться. Чудеса случаются, почему бы не в этом матче. Блин, слабо. Сори. Ух, ебать, сексшот. Плюс 2 минуты к основному времени. Хороший пас, верхом вперед. Отправляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. Вперед. Закончен момент, не получилось создать что-то опасное. Блин, ну ладно. И на этом все, финале с этот матч вообще что-то на одни закидывали. Подрасслабились что-то. Перешли, блядь, третий матч. Два матча нам. Торопились, блин, но ошибались, потом пытались уже исправить по-бырам. Да, сори, извините. Капитан виноват. Зачем? Бывает, ничего страшного. Не на трусы играли. Погнали делиться. Да, я тоже хотел пойти покурить. Кто-нибудь здесь еще из тех, кто может поделить? Вот. Из тех, кто может покурить. Че, я могу поделить, да. А че оно? Все, я пошел курить. Дели. Как там команда это пишется? Нажми это. Game. Слэш нажми, а дальше наверху команда появится сама. Что там, 1v1 или надо что? Я уже забыл, блядь. Слэш гейм, потом VS, у тебя появится такой квадратик, пишешь 1, пробел 1. Слэш гейм, понял. Кичи, Иван Техник. Тед. Тед будет, нет? Тед сказал, ушел курить. Легенды МСК. Не, я минус. Чё ты? Не буду капитанить. Его маска будет? Ну, короче, он будет. Ладно, давай второго. Он обычно бывает. А Чичи будет? Престанте. Не, я пас. Импровизейшн. О, не-не, я точно не пас, пас. Кто пас? Все пас. Маска-то не будешь? Не, я буду, Алихан, что там? Кто-то так тихо говорит, я не слышу. МСК. Алихан, будешь? Я буду, я скажу. МСК, у тебя там мега тихий микрофон, тебе нужно что-то... Ну он будет. Алихан. Алихан. Так лучше? Ребят, я сейчас не могу, честно. Я понял. Я еще далеко от компа. Блять, уже были. Таймер, наверное, не будет. Или будет таймер? Не-не-не, я не буду здесь. Что ж такие все, блять. Веттель! Веттель, протей, алло. Да. Протей будет, все, короче, заебали. Давай, протей и этот. И МСК. Все, поехали. Чичи. Только, блядь, МСК, наверное, пиши, потому что тебя вообще не слышно. Хорошо. Чичи. Дальше. Mm-hmm.
Мануарт. Дальше. Блять. Шальной.
Так, что у нас получилось? Погнали. Тристер на раму. Кот в атаку. Лево-право Бирайсан. Так, ЦЗшники Бистромале. Это понятно. Так, шарной без обид. Сыграй плиз мальчик на цопе. ЦПшники Пассат и Маныч. Резон на цапа. Так, и вето летим на ХЗшников. Вроде всех раскидал. Сейчас, секунду, дойду. Ждем пригласа. Кот, ты большим играешь? Всем привет и добро пожаловать на замечательный футбольный вечер. Георгий Черданцев и Константин Генич работают сегодня для вас. В этом матче я не возьмусь угадать победителя заранее. Все покажет игра. Дамы и господа, все внимание на поле. Очень интересная встреча нас ждет. Спасибо, Георгий. Есть ощущение, что команды покажут большой, яркий футбол. На трибунах нет свободных мест. Да, пик не очень. Играть в такой атмосфере всегда особенно приятно. Можем перезайти. Соперник будет с мячом, не получилось его сохранить. Я не знаю, не в целом. Да ладно, похуй, поехали. Мут критично. Получается перехватить пас. Интересно, это интересно. Продолжает идти вперед. Ты сука. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной.
Уходит мяч и будет угловой. Один. Через пас угловой разыграли. Подача. Чей мяч будет? Не получилось мяч выбить. Все еще опасная ситуация. Еще залагал. И на этом момент закончен. Плохая передача. Мяч перехвачен. Это чуть раньше бы. Ебать. Амо. Мяч у них на чужой половине. И, к сожалению, мяч потерян. Хорошо укрывает мяч корпусом. Потери и у соперника. Посадик. Я во фланг убирал мяч. Мяч все дошло. Ближе к штрафной. На моем экране ты просто стоял. И думал. Думал. Не-не. Хорош, без вернулся. В голове, знаешь, уже там сделал движение. На поле нет. Не уткнулся, мне кажется, было. Игра на своей половине поля. Ну как же так можно? Теперь надо снова отбирать мяч. Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. Там наверху есть. Ну да. Да. Пас перехвачен. А, пас точно на соперника. Мачедлидзе. Классно он мяч перехватил. Отличную игру прочитал сейчас. Мяч вперед идет к чужим воротам. Блять, так долго тормозит. И мяч у соперника теперь. Мяч будет введен из-за боковой. Здорово получается продвигаться вперед. Атака заканчивается. Неплохо отличный было. Перехват. Было обидно. Мяч остается в игре, и из этого может получиться что-то опасное. Хорошо, сейчас мяч ходит у команды. И выносится мяч из штрафной. Перехвачен мяч. Отличный. Я не ждал, что ты бежишь так резко. Я просто этого пас не ждал. Шикарный пас получился. Вратарь в игре справляется с этим ударом. Я думал, ты не знаешь, как это делать. И вот вместо подачи розыгрыш угловой. Ничего опасного, этот навес в себе не таил. Мяч ушел в ворот. Мяч перехвачен. Блять, это заброс должен был быть. Почему развернулся? Мачедлидзе. Один соперник отыгран, идет вперед он. И подает в штрафную. Бля, ты ж там туда движение делал. Могло получиться, ага. Но никто до мяча там так и не дотянулся. Там резон же был. Ну, желтый, да, резон. То есть он туда движение сделал, и в момент подачи он оттуда убежал.
Атака продолжается, много вариантов впереди. Но ничего здесь не получается создать. Основательно забрали себе мяч. Мяч уходит за линию, будет удар от ворот. Плохой пас и мяч у соперника. Трибуны зашумели, считают они, что тут был пенальти. Увидел партнера. В первом тайме больше не остается времени, пора на перерыв. Мы продолжаем. Впереди второй тайм. Бля, пинг просто пиздец. Мне за сотку закаливают. Бля, ебать, но я долго что-то еще... Сказал бы, что так плохо. Мы же думали выходить. Мяч переходит к сопернику. Пинганул. Отлично в отборе сыграно. Аут. Не получается отдать мяч точно. Перехват. Микер. Хороший прессинг соперник показывает. Отличный перехват, очень вовремя. Я все испортил. Ох, как хорошо он сыграл на перехвате сейчас. Блять, я тоже нажал, я руки ебал. Циферки 100, а такое чувство, что все 200. Плохо сыграно, мяч потерян. Здорово сыграно в отборе, соперник без мяча. Ну, не знаю, как вам, мне пока что этот матч кажется неплохим, но не больше. Обе команды одинаковое время проводят с мячом, но до большего впереди не дошли. Все время чего-то не хватает, а это как раз отделяет неплохой матч от хорошего. Очень здорово прессингуют они. Чё? Будет после этого вынос. Интересно, вынос. Чё? И в центр штрафной подача. Так и должен играть вратарь Южного. Две трети вот матча сыграно, последние полчаса игры. Нужно забивать и выходить вперед! Браво, вратарь! Спасибо. Он прикрывал. Не, в ножку, мне кажется, проходил. Добивание такое. И чисто сыгран. Микер. Пытается соперник мяч отнять у них, но очень уж хорошо в пас играют они сейчас. Но что-то пошло не так, и владение они теряют. Вот пизди его, блядь. Рефери посчитал этот эпизод недостойным. О, быстро атаки хотя бы. Ограничивается устным предупреждением. Ну, ему, конечно, виднее, придется с ним согласиться. Я, блядь.
Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Мне даже желтый не дали, нормально. Подает в штрафную. Не смог защитник как следует мяч вынести. Все еще опасно сейчас. Те маленькие у нас, смысла нет навешивать. Как технично он пасует на партнера. Хороший навес на дальнюю штангу. Но слишком близко к вратарю был мяч, и дальше его рук не пошел. Микел. Что я смотрел на пас на игрока. Не торопится атаковать, ждут стопроцентный шанс. Мяч за боковой уходит, будет аут. За собой наблюдал в эту секунду этим. Какого периферически. Смотрел тайминг. Мика. Как вот сейчас. Они возвращают себе мяч. Идет вперед. Хороший малек. Арбитр назначает штрафной недалеко от ворот. Он же ничего играл нормально. Ну, причем мяч сыграл же. Да, я тоже не понял. Очень уверен, хороший трикстер. Потрясающее спасение было в недавнем эпизоде. Вратарь, если и дальше так будет играть, блин, все бы сижу разговариваю. На Роналдо вчера тоже пенальти поставили, блядь. Походу, да. Сомнительно. А в этом чемпионате мира много сомнительных пенальти, насколько я понял. Как и на любом. Мяч сохранен, и как и любой пенальти на Роналдо, да? Ой. Да и действия на поле сомнительны, там трусы нюхают. Сыграно в мяч. Бля, наследие Лёва живет. Не, он не нюхал, он что-то сожрался. Ну да. Да, и письки. Попочный катыш, может быть. Да, что он какой-то. Может, у него там M&M's был. Ну да, 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 какую-нибудь конфетку, блядь. Очень мало времени остается, чтобы определить победителя в этой встрече. Ну, на счастье. Не получилось попадать как следует, и мяч у вратаря. Тот забьет сейчас. Рано. Рано ты дал. А по-другому никак. Динам бежит. Все бегут. Амо. Хорош. Чисто сыграно. Че, блядь, да. Давай, бей. Блядь, я ж своим пингом просто не... Насколько я заранее нажал, все равно ударил в касание, блядь, пиздец. Ну, Резона была на позиции для удара. Да, Резон мог сам пробить. Не, пас хороший, блядь, ну и... Бежим. Бежим, похуй. Гнём, чищу гнём. Бля. Луку не заебало, блядь, вот эти забросы делать, блядь? Он их делает 25 фиф. Че, как думаешь, заебало, блядь, или нет? Вот человек бежит, бежит, блядь, ждет, ждет, пока у него, сука, не заберут мячик, или он просто тупо выбросит его в никуда, блядь. Нет, все равно, блядь. Да, потом он тебе скажет, ну ты же забегал. Конец основного времени матча, но не конец игры, нас ждут два дополнительных тайма. Бля, надо хотя бы побить поворотом, а то, блядь, за 90 минут один удар. Да, мы прям пиздец, мастаки, блядь. Мы вроде что-то там около все равно их крутимся, крутимся и не бьем. По-моему, пробил один, это кот, когда, блядь, выбегал один в один. Я мог отдать пас. Вот, видишь? И мы вообще не пробили. Вот так всем и заканчивается. Можно ударить, но пас отдаем и не бьем. Ну да, вот как в последнем моменте. Команда устали, игроки провели на поле 90 напряженных минут. Но теперь надо собраться и провести еще дополнительные. Бля, я шнял. Даже светило. Уверенная игра в отборе. Еще давай, давай жми его нахуй. Аут будет.
Ну зачем? Там же нет запроса. Амо. Блядь, ты как фраг бежит. Идет с мячом к воротам. Репортирует. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Пошла подача в штрафную. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Очень опасно могло быть. Пошел он соперника. Отлично сыграно, мяч перехвачен. Какой финт? Вы это видели? Хорош. Это опасный штрафной. А время-то прошло уже. У них нет черы. Ну решай же! Ебать! Вот он, двойка. Заждались мы уже. Отлично было сыграно. И счет открыт. Оставили вратаря один на один с противником. Ну, получите и распишитесь. Заслуженный гол. 1-0 в нашей игре. Блядь, кабинет его, блядь, отдай. Мяч в поле, может быть, опасно. Делай что-нибудь. Доработай что-нибудь. Отлично. Есть кто большой? Приходите, ЦЗшник. Стой. Ну, этим навесом в ЦЗшник кинешь. Это же не он. Очень опасно могло быть. Я в него вот вроде как направлял. Ну там, блядь, надо было протею съебать. Да. Да я практически максимум выжил, блядь. А там, значит, просто говорил протею. А ты на навес выжимал? Угу. На навес. Он же шел за спину. По факту. Да там нормально, так такое возможно просто. Не надо рядом стоять, короче. А сейчас почему-то не летят такие дальние, как в прошлой. Но в прошлой там же еще и перка была, даже мастер стандарта, чтобы он ее кидал. Сейчас есть вроде нет. Она есть, я не знаю, я не ставил ее. Ну, я, потому что а мастер стандартов теперь. Это не для угловых? Она и для угловых, и дальнее взбрасывание дает. А-а-а. Ну, по крайней мере, раньше фифа давала. Раньше она давала, что у тебя прицел не трясся, а теперь прицел вообще никогда не трясет. Его нет, блядь. Смысл от нее как бы пропал. Вот что это было? Я этот финт прожал еще до того, как вообще мяч туда даже пришел. Я думаю, что на 108 минуте он не будет работать. Нет, он должен был вообще не сработать, если я мяч не получил. Отлично сыграно, очень вовремя защитник мяч вынес. Положение вне игры есть, пусть и еле заметно. О как. Теряют они мяч. Что он за схема? Жеромб, да? Да. Микер. Посад на фланге бегает. Причем они идут в атаку, и это последний шанс забить. Хорошо сыграно в отборе, соперник остается без мяча. И как пробил. Не прошел. Не нахуй. Блядь. Вратарь, молодчина. 10 рикошетов. Уже отбор клад. 14 минут игра продолжается. Блять, отпусти меня, блять, и будь чефа. И великолепно он игру прочитал. Хороший перехват сделал. Великолепно сыграл защитник. Посмотрим на последние 3 минуты игры. Все вперед. Большие идите вперед. Мачетлидзе.
Хороший пас, что тут получится? Рибер, блять, ногу не выпью. Позиция для удара отличная. Беги, беги, кто там? Бежит, вынос. Не, давай. Да неприличие легким получился удар для голкипера. Ну все, проебали. Одна, максимум две атаки. Боковой судья поднимает флажок, здесь в ней... Подожди, вперед. Не, стоп. А, где мы на вар? Надо забивать последний... Да, не туда! Бля! Я бегу, 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 бегу. Кому отдать? На вар. Нет, я... Блядь, почему ты боту передал? А где мы? А что с Пановардом? Боту передали, что ли? Мяч летит в самый штрафной. Ой. Что может быть лучше, передать ли боту? Спасает свою команду от гола. Забей! Кто-нибудь! А, бля, это что? Все, финальный свисток судьи фиксирует пора. Вот навесил, хорошо. Вот навесил, хорошо. Это гениально. Да ебать мы чудим, блядь. Ну не, на самом деле, прям, шах нормально вытащил в конце. Бля, нахуй ты боту передал, бля, или кто это сделал? Я не знал, что Мановарт это бот. Ну что, что сказать? По жизни бот. О, блин. Блин, а можно где-нибудь пониже, там, хотя бы на ЦОПе, что с защитой связано? Что говорить вообще? Посад. Посад. Посад на ЦОП идет. Вот. То мне, мне сложно там. Да. Что-то в атаке делать на нормальном уровне. Так вы Веттеля туда поставьте, а посаду на ИНПЗ. Не, на ЦОПе нормально, кстати. Нормально? Не. Периодически. Так, сейчас я раскидаю очечки. Я тут накапал. Так. Так, Маныч на ЦАПа, Шальной и Резон на ЦПшников. Остальное также. Сейчас, секунду. Так, вот ты же из Питера или откуда? Маныч на ЦАПа. Да, да. Так, вот отдаю тебе кэпку. Я позову, да. А, тут я как бы сейчас подожди, я сходу узнаю. Что, код зови?
блядь, на игрок на арене двигаться. Да, понятно? Добро пожаловать в этот замечательный вечер, который через несколько минут станет еще лучше. Ровно пинг тогда, когда мяч покинет центральный круг. Кстати говоря, у меня пинг не сильно изменился, чуть поменьше, конечно. Но... У меня на полтинник изменился. Не, ну у меня было там около 40-50, сейчас он прыгает от 25 до 40. Не, он сейчас стабильный. Не, ну... Я вообще прям прыгал. Болельщики создают невероятную атмосферу на стадионе, теперь дело за игроками. Не смогли справиться с владением. Получается навесить в штрафную. Есть тут время придумать, что делать. Эх, какой момент был, чтобы забить быстрый гол. Да, сейчас можно и даже нужно было открывать счет голам в этом матче. Чистая игра в отборе. Лукаку. Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. Микки. Самый простой и надежный способ в такой ситуации просто-напросто выбить мяч и все. Лепись. А, бля. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Сука, как он успевает? Отлично в прессинге сыграно и вернули себе мяч. Пол, нет? Сука, как? Ну, у спины нельзя же атаковать. Контролирует мяч команда. Это соперник факт. Пока никак не может его перехватить. Хорошо. Я бы еще за плохой финт дал бы красную карточку. Будет введен в игру. Хороший. Первый гол в этой игре. Это надо было сделать в прошлом матче. Сейчас уже не надо. То есть не надо? Отмените гол. Да, да, отмените, пожалуйста. Я хочу пинать. ВАР отмена. Отличный перехват, очень вовремя. Микки. Мяч остается в игре. В атаку они переходят. Хороший отбор. Сука. Что-то у меня вообще нихуя не укрузы какой-то, бро. О-о-о, полегче. Есть тут возможность к воротам убежать. Он четко играет в своей штрафной, чистый отбор. Вот это интересный пас. Сайт. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Хороший отрезок сейчас проводит команда. И такое бывает. В первого же попавшегося игрока мяч попал. А еще будет штрафной бог, удар, судья четко разобралась в этом моменте. Большой вон. Да, большой.
без проблем вратарь забирает себе мяч. Чуть-чуть послабже. Прямо на писюлечку. Амо. Хороший отбор, соперник остается без мяча. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Никак не получается у них удержать мяч. Мяч за боковую, будет аут. Амо. Пас дальше не прошел, перехват. Микки. Черная пятница. Хороший пас, верхом вперед. И, похоже, есть кому принять мяч. Ой, хорошо. Вот это удар! Два гола за такой удар нужно давать. Ну вот опять. Че, ну не будет пенальти. Счет менять? Менять, конечно. Ну зачем? 0-1, 0. Опять 0-0, да? 0-0. Заебал, да. 2-0 счет теперь, кто знает. Никаких 2-0. 1-0. К Черданцеву тоже вольте, пожалуйста. Не убегай. Мяч покинул пределы поля. Уже уволит, он же памятник. Ну его увольняем, петиция, я считаю. Пиши. А я написал? Последняя там исключена. Достаточно одного голоса, чтобы его уволили. Один лайк и увольняем Черданцева. Да. Один голос Тина Кандалаки, я бы сказал. Тоже верно. Мистер Тина Кандалаки. Мистер Тима Кандалаки, вот так. Команды поменялись сторонами, и матч продолжается. Второй тайм, поехали. Вратарь в игре, сейчас все было под контролем. Вот это ракетная летит. Я прям бегу, но там чича. Чича. А ёб твою мать, блядь. Данк. Критическая ошибка сейчас. Давай уже. Случится. Давай уже. Давай уже. Блять, наконец-то. Сколько они могли все раз? Бля, Мановар там исполнила зачетно. Ну почему именно в этом матче? 3-0, это уже серьезно. Так в этом матче ЦФДшников, там матч ФАшников. Что-то он не бегает. Воу, подожди, подожди, забегу, забегу, подожди. Он ждет, Чича ждет. Отлично, отбор, соперник остается без мяча. Больше. Аут будет. Ох, нихуя себе. Изи его, блядь. Засал, подкатил. Вот мама родная не узнала. Куда, блядь, игра? Мне надо, наверное, ребутнуть пифу как минимум перед следующим матчем. Теряют они мяч. Блять, он постоянно со мной бегает, он меня заебал. Здорово, а, кстати, есть плюсы, кота теряют. Блять, только я хотел его. И на месте голкипер. Я хотел его обыграть. Пас перехвачен. Не, причем пацаны постоянно бегают, не КЗшник, а ЦЗшник, блядь. Какой момент? Нужно бить! Охуенный удар, вот и... сорян. А вот и КФАшник.
Да, Фил, ладно, поменяй флажник на следующий матч. Отлично, в прессинге сыграно и вернули себе мяч. Ну он просто бегает, а хуйня вот не бегает. Ворота все ближе, хорошее движение вперед. И ничего не делает, блядь. Она играет, чистый отбор. Ну я хотя бы бегал. А ты в прошлом матче куда хуя от кого убежал? Ну да. Я там пинговал. Ну, убегал. Да хуль толк от этого бега. Ничего не поменялось. Хорошо держится мяч. Счет не изменился. И никак не дают они... Куда бег изменился? 0-0. Без мяча это не... Блин, хуя ты. Ебал, сынки. Надо было в том матче сделать мне пенальти. Сейчас бы мы выиграли 10 тысяч. 0. Дальше мяч не идет, перехват. Мчедлидзе. Убей его. И ладно, мяч снова допустим. У них. Пересек мяч боковую линию. Не, неправильно ты говоришь. Почему он, а не я? И пас перехвачен. Бля. Вы в какой-то веке от него отклеился, и не было запроса. Потому что он меня выкинулся. Хорош. Пробуй, да. Тащит он мяч вперед сейчас. Давай. Она взяла на себя роль вратаря. У меня просто очень долго думал по поводу удара, блядь, и пришлось вот это вот делать. Отобрал мяч на чужой половине поля, можно сразу начинать новый атак. Дайте мне так же сделаю. Атака продолжается, мяч все ближе к воротам. Лукаку. Мяч отобран чисто, ну-ка, кто к нему успеет первым? Атака через фланг, есть тут свободное пространство. Вот такую поддержку надо бить. Отлично сыграно, мяч перехвачен. Не прошло. Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. Очень уверенно играет. Блядь, что происходит? Камон, ну нет, хорошо. Это как мы там матч, так они забили. Это можно считать за игровую передачу? Да. Бля, что-то там хуйня творилась какая-то. Там вообще да куча мала какая-то, блядь. А там особо и не вынесешь на самом деле. Там так много народу, короче, стояло. Я боюсь, что он просто вынес бы кого-то из игроков, который позиции. Не, вряд ли убегу. И теряют они мяч. Да он, бля, у меня пейс 86, вряд ли убегу. Нашла момент для удара. Ох, воу. Не точно. Может, да, была ли? В перекладе он точно была. Выносит мяч защитник. 81-я минута. Амо. Отличный отбор, но мяч-то кому достался? Блядь. Плохой пас точно на соперника. Хорошее развитие атаки. И выносит мяч защитник. Ну, не тому. Ладно. Бля. Потеряли мяч, теперь надо отходить в оборону. Офсайд, блядь. Нет, там офсайда, блядь. У меня офсайд. А я не могу не отменить ничего, блядь. Ему похуй, он бежит. Весь в офсайд. Не, я кто-то был в офсайде, там вот самое. Ёптись, блядь. Две минуты осталось до конца основного времени. Ебать. И, похоже, пас дойдет до адресата. Мяч потерян.
Штрафный удар последует за этим нарушением. Да ебан. Судья сегодня неумолима. Мяч в середину штрафной идет. Охуй. А я же прям сейчас 0-2 проиграли, получается. Да? Ну получается так. Фантастика просто. Повторяют нам гол. Очень хорошо у него получилось навесить. Вот девятка забили. Сыграла в этом моменте. Дайте, да. Встает главный судья свой последний свисток на сегодня. Бля, ща я, короче. Да, 1-1. Сейчас тогда это самое. Перезагружу FIFA, у меня что-то прям подвайкивает дико. Да. Блять, ебаная Англия, она, сука, до сих пор не забила США. Серьезно? За хитрик оценка 7,5, это что за хуйня, блядь? Блять, нахуй я на них деньги поставил, ебаный урод. Я же не засчиталась ничего. Да-да-да. Рикстер сказал. Мы проиграли. Да? Почему? Мы людей не сыграли. Нет. Мы первый проебали, и второй выиграли. Нет, мы проиграли. Второй тоже проебали. Второй тоже проебали, пошли девять. А, вот так вот? Ну ладно. Да. Окей, ладно, делюшка. Делюшка. Тут надо зайти сказать, чтобы они кинули не как в прошлый раз. Кто-нибудь другой пусть бросит. Тут что-то, блядь, ебучий пинг был. Вышел он, закончился сбор. Наверное. О, ч
Все, погнали. Так. Есть народ с Питера, с Москвы? Кот. У вас как погода вообще? Говно. Снег? Не, мне просто интересно, в этом... Вот я живу в Сибири, вот без пизды, блядь, я такого жесткого ноября давно не видел. У меня сейчас за окном минус 35, блядь, в ноябре. Вы готовы? Минус, блядь, 35. Бля, заебись. Вы готовы, ребята? Я ебал, блядь. Это... Нет, не готовы. У нас минус 5, но по ощущениям как минус 15, наверное. Это просто пиздец, блядь. Я такой жесткой погоды даже у нас в Сибири не видел. Давно очень. Сука, даже декабря еще нет. Трикстер, он тоже не из Питера, тебя не спрашивали. Я из Москвы. Я знаю. Ты стабильно, понимаешь? Ты в любое время года спроси, какое, какая, из Москвы. Какая погода. У нас всегда говно погода, блядь. Не, что, кстати, смешно. Вот наш город Сургут находится на одной широте с Питером. Прям на одной. Нихуя не знаю, у нас плюс 14. Заебись вам. Это где? Все говорят, понимаешь? Ты что, на Бали? Почти. Все говорят, кто, короче, приезжает там из таких вот, знаешь, где вот минус 32, вот такие температуры, да, и кто приезжает в Питер, они пиздец как мерзнут при минус там 10 условно. Ну, я слышал, там жесткий это минус, да. Это потому что... Из-за влажности. Из-за влажности, потому что, блядь, ты, считай, по воде ходишь, блядь, как по пляжу ходить минус 10, вот ты так всегда ходишь, блядь, по пляжу. По солям. Я тебе больше скажу, у меня знакомый, он жил, короче, в Иркутске, а приехал потом вот в Тулу. И он здесь охуевал при морозе, там, минус 15. Он очень сильно мерз, хотя у нас не настолько влажно, как в Питере. Но все равно мы начнем? Поехали. Да, кот, зови их. Готово? Так, мы их зовем, да? Мы зовем. Нет, мы зовем. Что, блядь, успел? Ну, нахуй, у нас, блядь, под полтинник, блядь, пинг был, нахуй. У меня сотка с лишним, блядь, под 150 был пинг, ну и нахуй. Ну ладно, позовите, хорошо. Уговорили. Целевой. Не знаешь. Или поставляешь? Я проверяю, чтобы у него всегда было. Так, у тебя есть? У меня есть. У меня он под балконом валяется там. Закладки? Таля. Не, у него шах валяется под балконом. А, ну тогда все понятно. Мы зовем. Буквально несколько слов о комментаторах сегодня обошлось без сюрпризов, как ни странно, и для вас работают Константин Генич и Юрий. О, бизнес пи. От этой встречи мы ждем максимума с обеих сторон. Лучший футбол только для вас. Как же здорово, что болельщики на трибунах работают и играть в такой атмосфере лучше всего. Спасибо, Георгий. Есть прием. Бист, проснись, обосрался. Показать замечательный футбол. Надеюсь, они нас сегодня не разочаруют. Он не... О, он задвигался. О, в центр штрафной берет. Мяч с углового летит. Шо. Центр штрафной подача. Не получилось вынести мяч. По-прежнему опасно выиграл. Может быть. Не в ту сторону выиграл. Переделал. Но выиграл же. На меня бы я не был. Я потом нажал все четыре кнопки. Так это было вниз. Жалко. Походу близко слишком бежали. Получается перехватить пас. Да я под пас старался. Классно отдает верхом. Давай, кот, решай. Блядь! Разворот. Я хочу просто напомнить прошлый матч. Мы проебали 0-2, я помню. Да. Сейчас надо пенальти обязательно, да, тебе подвести? Да, потому сейчас пенальти. Не хватило сил, чтобы... Царян, шальной, блядь, тут царян. Ты вообще не в тему тут лез. Хорошая игра в пас.
Похоже, мы их сглазили. Владение на этом заканчивается. Выделили. Лукак. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Мяч за боковой линией. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Мачетлидзе. Лукаку. Не получилось оставить мяч в игре. Нет, запрос он двигает. Как надо. Пас не получился точно, мяч уходит за боковую. И будет аут. Ну так, по ауту продвигаемся. Похоже на американский футбол. По ярдам двигаемся. Пас перехвачен. Блядь. И не расчет то, что он так легко там не придет, поэтому мне придется его отбирать. Ой, жалко. Вот, похоже на перехват. Е-бой. Не, вообще по мысли, бля, огонь было. Мне кажется, что игроку не хватает подкрутки для такой хуйни. И пас перехвачен. Ищут, ищут свободную зону. Попадает под прессинг. Мяч ушел в вал. Мяч штрафной, может очень опасно получиться. Ебать, бля, 162 ЦПДшник выпрыгивает. Переход, мяч переходит к другой команде. Когда наш мяч будет? Ворота все ближе, хорошее движение вперед. Еба. Футбол быстрая игра, только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Еба. Ой, еба. Опять без дерево. Мяча они остаются. Есть поддержка здесь. Есть шанс выйти вперед. Штанга, не повезло немного. Серия хороших передач, неплохо комбинирует команда. Не получилось мяч выбить, все еще опасная ситуация. И на этом все, атака закончена. Хорошее оборонительное действие, и кто первым успеет к этому мячу? Вот, тащи. Хуя себе, хуя себе. Нет, уже казалось, что он просто мимо летит. Это все еще 0-0. И вряд ли он станет последним в этой встрече. Он и пролетел. Я поставил на дальнобойность, он дает удар шлюдой. Вот он вообще читал. А давай-ка сейчас закинем. Подожди, ты шаху забил так? Да там, блядь, уже. А, ты скорее из-под игрока. Криптованный. Да нет, это просто не для них, блядь. Вот и так же постоянно все забивают. Вообще просто 99% ударов шведой залетает, блядь, вот и нахуй. Это просто пиздец какой-то. Здорово отдает. Ну! Хорош. Убийца. Да не в пенальти. Лапенко, да? Не надо. Интересное решение судьи. Обычно они не пен. На близком. Была опасная атака. Черт. Бля, это почти как пенка. Не знаю, почему не последовало удаление. Видимо, судья считает, что кто-то еще мог добежать до атакующего игрока. Мяч на линии. Мачетлидзе. Ну и как такому противостоять? Очень опасно могло быть. Опасно! Защита справляется с ударом. Краты, пацан. Пяточник. Нет. Дай. Бля. Микки. Бля. Судья дает грубый отбор. За это желтое может быть.
Нарушение получилось грубым, поэтому судья показывает желтую карточку. Все по делу, она верно разобралась в этом эпизоде. Этот удар опасности... Я пролагал, когда убил. У меня камера приблизилась. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Да и у всех пролагал. Я себе... А что так жестко? Надо забивать и сравнивать счет. Спасает команду вратарь. Пенальти? Там просто не предзамес. Посадка каждый день проверяй настройки, потому что они слетают постоянно. Это FIFA чеканутые. Да, значит, слетели. Я один вечер играл, не понимал, почему у меня игроки не бегают, потом понял, что у меня налоговый урок включен. Ну, видишь, у меня включено, у меня приближает, у остальных просто лагает, у кого отключено. Да. У тебя пока вроде даже не слетали настройки. Так что пускай приближает. Бля, ну это только сейчас лагнуло, а обычно не лагало. Ну да, тебя обычно не лагает какой-то. Да, что и фотка ебать! Что ничего не выдерживает. Не удар слишком хороший. Матч продолжается. Второй тайм, поехали. Как отлично он действует и выручает свою команду. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Контратака вот в этом плане, конечно, пиздец полезно. Не бежит, ни технично, ничего. Я только бью. Увидел партнера. Это не тот фин, который я хотел, но ладно. Папа Статополос. И мяч возвращается к ним. Хуя. А, он так подумал, в этот. Я сейчас виду, это забью, да? Ну, если Свор долетел, возможно, бы и забил. Ну, вратари почему-то тупят очень сильно, когда этот мяч. Лука. Папа Статополос. Не знаю, у меня вратарь очень сильно. Мяч за боковой. Мяч. И уходит он от опеки. Вот так мяч переходит к сопернику. Я там был. Забивай! Вот как надо играть в защите. Ой. Да, блядь, заебали меня. Да. Центр штрафной, пошла подача. Опасно угловой выполнить не получилось. Вынос. Есть у него место для движения. Смелее действовать нужно. Ну, кому? Там же был пас. Выход один на один. Удальчику. Ладно. Мяч летит к партнеру. Отлично сыграно, мяч перехвачен. Мяч выходит из игры, будет удар от ворот. Блять, должно было верхом пойти, сука. Бля, сорян, Трикс, это, блядь. И выносится мяч в штрафной. Да не страшно. Сам потащил мяч вперед. Ну, прям что не могу. И с ударом! О, нихуя себе. Мяч. Есть у него поддержка в атаке. Ну вот стоило только заговорить мне об атаке, как они потеряли мяч.
Хорошо, команда играет в пас. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Уходит с фланга в середину. Есть удар. А вот и гол. Они сравнивают счет. Бля, у меня бля, очень странно бежал по мангу. После обратного мяча у нас один... Там мне притянуло к посаду туда. Если блядь. Вдруг ты до 5 не уснешь, проконтролируешь, и я стал в 5. Окей. Вдруг. Надо продолжать. Судья показала, что можно играть. Мяч отобран, атака закончена. Атака продолжается, судья дает играть. А я хоть игру продолжил, там фол был вообще-то частично. Пас дальше не прошел, перехват. Да дайте подшведку еще раз придану. Да блять, это заебал на чичу. Все было под контролем. Ну. Ну. Не получается сохранить мяч. Ой. Ох, как здорово! Блять! Могут ли они воспользоваться шансом? Ну, такая дырочка была прям сочная. Очка. Пошли последние минуты игры. Не даю даже поучаствовать в этой борьбе. Хорошо, он с мячом вперед идет. Уходит он от защитника. Мяч за боковой линией. Соперник теряет мяч. Хороший отбор. Что? И бьет! Красивый сейв. Нет. И у нас все еще ничья. Есть еще время. Ну-ка. Хорош кот. Есть удар. У вратаря получилось отбить мяч, но он в игре. Он такой, он уже стоит, блядь, в этой дальке. Здесь ничего опасного. Момент завершен. Пас неточный. Мяч уходит за боковую. Да, через такую да, защиту поедем. Не просто будет прорваться. На этом атака заканчивается. Отличный перехват. Бей. Нет. Хорош. Хорошо бы принять такой пас. Возможно, последняя атака в матче. Ну же, забейте! Это. Мяч перехвачен. Плохо сын. Судья добавляет одну минуту. Выигрыш. Куда они? Блядь, посадки. На дальнюю. На дальнего пошел. Да, если бы он еще дальше пошел бы, я бы, может быть, еще там боролся. А он пошел четко к защитнику. Нет, там на центр надо было выбираться. Ну да, ну я понимаю, там нужно было на центр, но если бы он... Арбитр дает свисток к началу первого дополнительного тайма. Дает арбитр игру продолжить. Все-таки нужно вернуть мяч туда, где было нарушение. Продолжить игру с преимуществом не получилось. Нарушение получилось грубым, поэтому судья показывает желтую карточку. Все по делу, она верно разобралась в этом эпизоде. Оба, тихо. И все-таки атака захлебывается. До конца. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команда. Вот. Навязывают ему борьбу. Мистер Чим. Окраина плохая передача приводит к потере мяча.
Выиграй. Они идут вперед. Много вариантов, как сыграть в атаке. Отличный пас. Мяч выбит. И это конец перспективной, в общем-то, атаки. Так. Мяч потеет. Я за него убегал, да. И дает арбитр. Тут играть остается. Что за мясо происходит? Блин, мы даже кого-то сломали, блядь. Компенсацию будем. Давай. Хорош. Еще мясо. Еще мясо. Давай. Пизди пресса. Давай, гол. Вот так вот. Вот, мистер. This is Mr. Team. Мне вообще вот FIFA залагал в какой-то момент. Разлагал уже рядом с ним. Разлагал и гол забил, да? И будет аут. Рикстер приуныл. Ну, я расстроен, на самом деле. Подожди, мы еще можем пропустить. Ты еще можешь пропустить. Блять, мы можем. Да уже мы можем. Сейчас доигрались и потеряли его. И мы это сделаем. Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. Ну! Слава богу. Мне жалко, да. А кто? На короткие угловые разыграли. Лука! Отлично сыграно. This is Лука. The Bros Master. Смена ворот. И батю жестко. 15 минут игры, если ничего не изменится. Так мне ко мне никто не подошел. Там просто еще и Лука был, который тоже любит радуги делать на розыгрыше. Это была отсылочка, да. Бля, а насколько мы ровно идем по ударам, блядь, не по XG? По XG максимально. 1.9, что у нас, что у них, блядь. А это мы сейчас так не просто за тайм приблизились. До этого у нас было все грустно. Учитывая, что забили даже второй, который, ну, вообще не должен был, по сути, считаться в XG. Почему? Почему не должен был считаться? Он, я не уверен, на самом деле. Не, последний удар должен был считаться за XG, за 1-0. А, камон! У него офсайд должен. У него нет. Он просто трикстер взял. Так, потому что вратарь взял, поэтому и нет. Не, он свистит все равно очень часто. Нет. Если, блядь, ты добегаешь первый, блядь, он не свистит. Нет, эта атака не получается, перехват. А ты не будешь бежать? Блять. Ну и у меня нет сил, блядь, куда бежать? 110-я минута, я не убегу. И это удар! Ага. Ну, Рикстер, it's your time. Нет. Они сравняли счет на табло 2-2 и остаток. А, мы еще проебем, что ли? Ну, навряд ли, но это не моя была. Нет, в смысле, твое время, пенальти. А, пенальти, да. Почти закончилось время у нас в матче. Но слишком рано мне пропустили. Давит на вратаря, не стоило играть так рискованно. Судья позволяет продолжить атаку. Здорово сыграно в отборе. О, пиздим. 6 минут до конца дополнительного времени. Ума не надо. Амо. Ебать, что он сделал вообще? Красный мув. Да, просто так. На, ребята. До конца второго добавленного арбитром тайма остается 2 минуты. Сейчас он пизданет. У меня, да, убегал хорошо. И может тут что-то получить. Ну нет! Блестящий! Да не забьют. Не забьют, ничего. Как здорово он игру читает. Да я тоже его не видел. Я сначала не понял, что даже мяч у меня в ногах есть. Давай. Чтоб не забил сейчас.
если забивать, то сейчас... Заранее зачем ты шаху бьешь Далеку, блядь? Вот объясни мне, пожалуйста. Это всегда огромная ответственность. Ой, хуя себе. Так въебал, блядь. Я понял. Это тот человек, который бьет шаху в Дальку, да? Он въебал настолько, блядь, что... Я бы, кстати, на фул выжил, интересно. Я просто к ЦФДшникам там носил слишком ебуче. Ой. Так, это что происходит? Чё-то это не твое время. Так, блядь, два удара. Не... Так, вот, ты что? Ты должен был два уже потащить. Так вот. Что? А ты не тащи теперь все, чё, блядь. Охереть вообще. И обосрались. Первый пошел, все, пока. Когда-то были астрались, а мы три обосрались. Блядь, все, короче. Брат, раз. Три с трех мимо. Кайф. Изи. Все, пока. Далька, бью в Дальку. Забаньте его, ёптись. Ну, кота дисквалификация, я требую. Да, на неделю, нахуй. Ну, я бы даже на месяцок бы дал отдохнуть. То в первом матче он ничего не забил, то в третьем наклепал три, то в четвертом, в третьем матче, да. Во втором матче три, то в третьем матче один начинает что-то там выкручивать. Чё творит? Бля, это пизда, просто мяч над головой пролетел. Сука, анимация ебаная. Так, я тут новенький. Скажите, я час ждал. А, что новенький, там началось? Тебе долго ждать. Второе, что должны были сделать, тебе поводили. Час ждал, чтобы тебя не пикнули. Так. Губам, бля, кстати, я не удивлюсь, если вы сейчас порофлите. Но я поугараю. Я смотрю Король Тасл и... и мне нравится. Не получится. Аляне капитан первый. МК был. Да. МК. ММСка. ММСка был. МММка. СМСка. МММ Хант, я правильно понимаю? Да. Аляник, мистер Тим. Не, Аляник двойной капитан. Капитан, да. Пожалуйста. Я пас. Набирай сразу две. Две, а сам идешь отдыхать. Да, кстати, да. И сосешь. Не, вот это не надо. Так, дальше. Лена. Минус, как всегда. Мисич, я не знаю. Кто это? Новенький, видимо. Новенький, да, ну давайте-то. Не особо. Мисич, а можешь сразу сказать там, или написать, где. Он прикинь, сейчас скажет, да, я смогу. Где играешь? Да, 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 я любую позицию закрою, куда играть. А капитан не будешь? Не-не-не-не. Ты травишь? Да. Ради чего? Сэм, ради, я его зову ради чего. Ради чего? Сэм? Ты будешь капитанить? Или рад и чего? Неожиданно. Кардив? Пусси. Кардив. Ты капитан будешь? Бог или не бог? Ну ё-моё, шо вы? Не будет. Я понял, что я рандомно дальше. Протей? Я только что был. Алихан. А, Алихан. Ну давай, сейчас я свободен. Окей. Аляник первый, Алихан второй.
Что это Кирк съебал, он же здесь сидел. Я тоже вот смотрю. Вот мне интересно, пикну своего, назовут Чепух. Ты не заебался один из опок с ним играть? Не-не, я просто смотрю, кого пик. Ну давай Сэма. Куда я без него вообще, пиздец, без рук. У своего пика? Да, да. Ну понятно. Как же без Раджего? Алихан? Лена? Так. Окей. Next. Нормалена. Вот так мило. Ампи. Крич. Шибуро. Capitals getting a goal in each period. Oshie in the first, Kuznetsov in the second, Ovechkin in the third. The big guns blazing today for Washington in front of an appreciative crowd at Capital One Arena. All for you with the NHL on NBC Sports Washington. Joe and Craig upstairs, Al Koch and ringside. Down the stretch we go with 4:10 left in this one. Capitals have a date with the Devils tomorrow. We'll see you again on NBC Sports Washington from The Rock. And don't they play tonight in Buffalo? It's a later game, like 8 o'clock tonight in Buffalo. Van Riemsdyk losing his edge. Rzeczka closing in. Fakes and feeds, looking for Brett Ritchie. It's tapped away at the doorstep. And Van Riemsdyk clears. It'll be all the way down, icing against the Capitals. The Capitals fortunate there after blowing a wheel TVR. They had to scramble and recover against an attack against Darcy Kemper. He's looking up at the screen, taking a look at his handiwork. And what exactly happened on that last play? Here's the wipeout by TVR. Here comes the rest of the Calgary Flames. And on the doorstep, I thought if that pass gets through the fourth line with Ritchie in particular, probably could have made this a ball game. The rest of the Calgary Flames. I thought you were going to go with Al MacInnis. Maybe a Kent Nielsen reference? Yeah, why not? Irwin flings it to center. Flames building momentum with Dubé. Kadri over skates. And this is offside against Calgary. Well, that's because the Capitals stacked the blue line here. They're trying to be aggressive, and that's been the big thing here in this hockey game against Nazem Kadri and company. They've been in their grill all game long. The first period was sort of a sleeper for them. The second and third, more of the Caps hockey we expect this team to play. All-time meeting number 102 between these two organizations. Flames have been in Calgary since, 1980. The Caps will be there in 8 days at Scotiabank Saddledome. Along the boards, Jensen, turned back by Lindholm. Evgeny Kuznetsov, the prettiest goal of the day, came at that end of the rink in the second period. Two on two developing. His pass just out of reach for Oshie. Milano, beautiful one touch there. Kuznetsov, snapshot blocked by the defense of Lindholm. This trio is flinging it around. Yeah, I like it. I mean, they've got such high hockey IQs and the way they work their details to their game, the simplicity of it, they're effortless moving around the puck, creating plays. Zadorov has been more offensive-minded, I think, than I've ever seen him today. And I think that's confidence, you know. He's a guy that's bounced around a little bit, just reached the 500-game plateau, and he's been around forever. So some of the stops, he's been healthy scratches and things like that. But with the changes in Calgary, he's been asked to play a different role, have a different dimension to his game. We've seen him in the play. We've seen him on the power play. We saw a heavy hit to start this game. He's doing a little bit of everything for Daryl Sutter. 2 minutes left in this one. 3-0 for Washington. A clear through center to Lewis. He'll venture back into his own zone. 31 shots for the Flames. 24 for Washington as Tanev deals it in.
А этот баг в вольте, что можно под КД фармить с монеты, еще там до сих пор добавлен, да? Swinging on around, Tanev managed to keep it in. 90 seconds left. Ferravari. Ребята, кого мне добавить, чтобы вступить? Смотря куда ты хочешь вступить. Ну, в клуб, в каком играть будем. Zichka tried to put it over that left pad and just missed. What a stop. On the Karamanthas behind the D in alone. Backhand stop. Rebound off the post. He can't buy a break here in this hockey game. He could have a hat trick of all the pucks he's had when in the net here today. In the McNugget minute now of the third period. Можешь меня добавить? У меня такой же ник в Дискорде, как и в Реджин. Хорошо. Чупани getting to the outside. Hathaway put a shoulder on him. Карлсон, stepping ahead of Kadri, 42 seconds left. Gustafsson, turned back by Mangiapane. Eric Gustafsson, floats this one to center. Rewinding flames, 30 A very steady performance against Calgary. They got stronger as this game moved along, and the fans very appreciative. Yeah, probably. Hung together and played a hard brand of hockey, in particular the last 40 minutes. This will be the first time that Calgary Flames have been shut out this season, and Darcy gets a goose egg. Darcy Kemper's second shutout of the season. Kemper has 7 wins over Calgary in his career, 4 of them by shutout. Well, it all starts and ends with Darcy Kemper. You know, last game, a couple of softies against the Flyers, back in the net, look comfortable and confident, leading the Caps to this 2-point win here tonight. Plenty of high fives for the Caps as they salute the crowd. Alex Ovechkin on the board, goal number 791. And his fantastic career. Once again, going over to say hi to the family. Isn't that awesome? That's pretty good. Alex and friends victorious today on a Black Friday in D.C. Joe and Craig with you in the aftermath as the Caps pick up the victory number 9 on the season, 7 of those at home. We cross over to Alexa and Alan in the studio. Alan, I know it's a whitewash. Kemper's going to be one of the stars. Yeah. What did you like from Washington defensively against Calgary this afternoon? I thought that they forced a very hard and heavy hockey team to play on the outside. They played a perimeter game, and it's because they had team defense. And when you start to slot your players in the positions that they should be in, your top six is pretty legit, and then your bottom six, they understand their roles better, and it's easier to help your defenseman, which is in turn easier to help your goaltender, and he came up big for them as well today. So I thought another game where the Caps banded together. Что там, Алихан? Я бы не докурил, думал, уже все, меня ждете только. Вы еще даже не расставились, нах. To tomorrow night at New Jersey. Post game live, plenty to discuss from this one and look ahead. Stay with us. Sheehy makes finding the perfect used car easy. With 32 locations, Sheehy has the Mid-Atlantic's largest selection. Shop over 2,000 used cars, trucks, SUVs, and more. Get Кто знает, усы, которые есть в Волте, если купить их, про клак будет? Ну, профи. Будут ли они в профи?
Да. Будут, вроде бы. Вроде я видел там и у Ромы, и смяки усы там же до хера. Это вот эти усища? Да-да-да, как будто там 4 усы у меня. Хочу одного купить. Но там не написано про... На усах не написано, про... что про клаб. Значит, не будут. Что? Значит, не будут. Ну, вроде я где-то видел и не видел, и вот это не помню. Сами бегают длинными такими. И острой бородой. Это как у этого, из деревни дураков, типа? Что? Как из деревни дураков, только с бородой? Да, да, да. Не, так и такое есть, да. Такое... Не, я хочу вот сейчас волти купить. Это, если я куплю, там будет у меня в профи? В профи, да. Да, 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 будет. Я захожу. Сейчас. У нас пупок? Да. Сейчас попробуем кое-что сделаем. Так. Так, Лена Троф. Так, Троф. Сыграешь с ЦЗ? Давай, Труфаныч. Давай. Так, новичок, которого я взял. Давай на ЛЗ. Давай. Троф, давай ты ЦЗ. Лена. Уха, ты же тоже можешь центрального сыграть? А? Уха. Могу. Давай, давай. Ну, большого не смогу, большого. Хорошо, потому что давай. Потому на фифе стоппинге большого играть, это самоубийство. Да, да, я понял. Давай. Лена, Лена ПЗ, шах, конечно, на ворота. Курам по ФД. Так, фраг ЦАП. Веталь ЛЦП. Кардив ПЦП. И кто у нас остался, да? Шальной ЦОП. Я примерно вот так нас отбирал. Так, начнем, а дальше уже посмотрим. Может, в три защи потом сыграем. Так, я тогда... Так, кому бы капитанку отдать, ребят? Кто у нас там с Питера есть-то? Просто чеченский интернет будет душный. Давай белорусско-немецкий. Не-не-не. Давай, давай. Нет? Куда давай? Нет, конечно, там будет немецкий. Фраг возьмешь? Эпку. Виталь, ты откуда? Не глубоко. Ну, давай. Так, ладно, я скажу им, что мы готовы. А так хотелось на пинге 30 поиграть. А, стоп, подождите, я до главного меню сгоняю, этот геймпад отображения отключу. Сейчас. Там пиздец занимает. Ты это сделаешь. А? В игре сделал бы это? В игре не отключается, в том-то и проблема, я же пытался. Ребят, он сейчас это, он сейчас... Сейчас, подожди, сейчас я быстро... Да, мы приняли, блядь, заебись. О, ладно, сейчас выйду. А что, вышел, что ли, кто-то? Да, Кураму вдруг срочно понадобилось отключить там, вышло.
Вот отображение управления выкл, все. Бля, серьезно что ли? Ну да. Ну я ж. Ну, да, я пока в ульте монетки пофармлю сейчас. По 20 тысяч за вход-выход. Короче, у меня телефон залагал. Был смешной момент, когда я пикал. Телефон залагал. Я позвонил протею автоматом, и у меня включилась камера. Короче. А ты голенький. Блядь. Ну, почему меня сейчас EA не банит, блядь, за все те же дела, что я делал на релизе, а? С опорником, а вот. Долбоёбы. Готовы? Секунду. Да, вы уже. Давай. Не уходи. Зовите, как будете. Окей. 40 тысяч подфармил. 40 тысяч всего. Манит вольт. Пора. Там, короче, у них баг есть такой, там, типа, на ленте наград. Просто призы постоянно выдаются одни и те же. Монетки Вутин, да, монет. А? Как в Ути наформить монет? Там вот ты играешь, типа, лента наград, типа, за сезоны там. Там, допустим, вот у меня сейчас на втором уровне. Не послышалось, или он сказал, типа, зовите? Зовите, сказал. Зови, брат. На втором уровне 1000 монет получаешь. А когда выходишь, звонит, ты обратно заходишь, это как будто бы заново тебе предлагает забрать призы, опять 20 тысяч забираешь. Я уже 200 тысяч так надюпал. У меня со зрением проблемы или форма серо-черная? У меня тоже она серо-черная, кстати. Не, я просто подумал, что я дальтоником резко стал. Всем привет! Отличная футбольная погода у нас. Надеюсь, команды сыграют не хуже. А, сейчас нормально. Здесь нормально. Сегодня комментируют Константин Генич и Георгий Черданцев. Мы приготовили для вас отличный матч. С первой и до последней минуты никуда не уходите. Классная игра будет сегодня, Константин. Всегда приятно работать в такой атмосфере. Полный стадион и поле высшего класса. Здесь есть все, чтобы команды показали свой лучший футбол. Навесик бы вместо удара. Да, это подача была. Кому ты пиздула? Шикарный высокий прессинг, мяч снова у них. Можно пробить. Ластная защита с этой ситуации справилась. А в чем он у меня в касании не ёбнул? Давайте только с голосом, что ли? Мяч летит в центр штрафной. Ой-ой-ой. И еще опасного здесь. Ой, там низ горит. Отлично сыграно, может быть опасно. А сервер горит. И пробил. И счет в матче открыт. Отлично, они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Ничего нового. А это уголовой было, где защитный цоплен. Там они голову проиграли, и все, и по пизде все пошло. Вот хороший. Красиво сыграно, как эффектно. Найс трай. И мяч за лицевой, будет угловой. Меня слышно? Да-да-да. На уголовом смотрите, Миша, кто-нибудь.
Да, два человека сзади опять. Давайте кто-нибудь третий, пожалуйста, назад. Нет, три человека сзади. Штрафной мяч летит. Мяч перехвачен. Плохо сыграно. Травма ему сильно мешает. Не видно, что ли? Где же замена? Хороший навес, и есть кому выиграть. Это шанс! А что такое-то, а? Ну это просто супер вратарь! По всем показателям счет должен был становиться равным, но нет, у вратаря свое мнение. Ну и давай посмотрим, на что это спасение вдохновит команду. Хорош. Чистый отбор, обошлось без фола. Тут силовая борьба. Алихан. Да. Ну, мягче, конечно, нужно было передачу делать. Бля, право можно было забить. Да. Можно было пробить и получше. Дальше все. Мяч переходит в другой команде, перехват. А, почти к вам. И выходит мяч из игры. Не смог он от прессинга уйти. Перехват, они снова с мячом. Грубая ошибка, и чем это закончится? Мяч выбит, очень хороший отбор. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. И есть на флаг хорош место. Второй темп, окей. Отлично сыграно, мяч перехвачен. И без мяча они остаются. И что дальше тут будет? Может он сравнять счет? Хорош. Справляется вратарь. Блядь, ну почти. Непростой удар получился. Блядь, Трикстер просто. Да просто. Ты знаешь, не плод давать. И в центр штрафной подача. Почему не отдали? Хорошо, брат. Дает арбитр, игру продолжит. Ты самый модный на деревне. Амо. Атака набирает оборот, они ищут возможность забить. Хорош. Не получилось перспективную атаку развить, потеряли они мяч. А, посаду рассматривает. Если хозяева не смогут забить в оставшееся время, они проиграют первый тайм. Всего один мяч забит за 45 минут. Это не очень много. Думаю, после перерыва нас ждет более веселая игра, и у проигрывающей стороны будет отличная возможность отыграться и даже выйти вперед. Вбрасывание будет. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Да, и уже центр нужно было сразу и через центр заходить. Хорош. Ничего опасного, они своим шансом не воспользовались. Их кто вылетит? Смогли они сравнять счет в недавнем моменте. Казалось бы, все идет к голу, но мяч возьми и попади в каркас ворот. И похоже, у них еще что-то может получиться. Хорош, Алихан, хорош. Как здорово он подстроился под этот мяч. Пробил отлично, прекрасный гол. Красава. После ответного мяча у нас... Алихан, на счете не слышно, я не знаю, может, я не пусть. Замутился. Ну, я не знаю, может, он забыл. У меня тут ЧП был, пацан заорал.
А, все, понял. Выбили просто у него мяч. Кому он достанется? Не мог сконцентрироваться, блядь. Этот пацан не спит так поздно. Ну... Никак не получается найти свободную зону в штрафной. Полминуты. На вынос можно. Шикарно высокий хорошо. Прессинг, и мяч снова у них. А вот и свисток арбитра, команды отправляются на перерыв. Ты же пацан и дочка, да? Да. Дружат или воюют? Обычно воюют. Ну, по опыту. Ну, в детстве-то, в принципе, все там воюют, вне зависимости от разности гендера. Потом с возрастом уже дружить начинают потиху. Мы снова в игре. По свистку судьи команды начали второй тайм. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Получится у них контратака здесь. Отбор что надо, соперник без мяча. Мяч сохранен, и из этого может получиться что-то опасное. Очень опасно могло быть. Мчетлидзе. Переходят они в атаку. И что-то может тут получиться. Ой, хорош, ебать, подача. Хорош хром. В офсайде да? Оказался блядь, игрок, пизна. А цель была так близка. Попас Татополос. Свисток по делу, было вне игры. Мчетлидзе. Штрафную подача. Перехвачен мяч. Отличный высокий прессинг. Ох, как не получается у защитника мяч вынести. Удар по воротам. Хорош. У нас счет равный. Посмотрим, останется... Давайте разыграем пострел сделать. Постойте. Попробую пострел сделать. Постой. Они давай. Все на ближке, куда ты прострел сделаешь. На ближке. Играть коротким пасом решили угловой. Наверх не прошел. Сейчас от... назад отдам, если что, и так наверх. Так тебе отдам. Интересно, что они задумали. Быстро разыгран угловой. Подача, чей мяч будет? Хорош. Вратарь забирает мяч в прыжке. Заткнул. Хорош. Ну, очень много моментов они создают, но никак не получается забить. Уже почти все они испробовали, но мяч упорно не идет в сетку ворот. Пас не получился точно, мяч уходит за боковую. Хотите от фланга? Лукаку. Ходит мяч у них. Я. Разрядили. Ну. Шальной. В пас играют они неплохо, но нужно что-то делать дальше. Они возвращают себе мяч. Хорош. Амо. Судья была кто? Рядом и все отлично видела. За ее нарушение она назначает опасность. Ребята, защитите. Может, по штангам? Налево. Налево. Я ближний встану. Ладно, я дальний встану. Я дальний пойду.
А, все, ладно. Нужно забивать и выходить вперед! Ребят, там у нас на ЛЗ играет новичок. Немножко подскажите ему, что да как, как действует. Да, подскажите ему. Он нормально играет, Алихан. Он не новичок, далеко поедет. Алихан, на тебя. Да. Ну... Я тут новичок. Он это, слишком... Ну, в солянке, да. И обратно они себе мяч возвращают. ОПГ есть. Отличный пас! Хорош. Очень надежно, выбит мяч! Кто? Чинисич, да? Угу. Он старый игрок. Да. Понял, понял, понял. Мачерлидзе. Да. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Можно. Окей. Когда уже помнишь, что по слету, блядь, с ЛТшка не будет работать никогда. Они явно решили довести эту атаку до верного момента. И чистый отбор. Но я далеко писал. Пытается соперник мяч отнять у них, но Видели. Очень уж хорошо в пас играют они сейчас. Тренируем Олейника. Желтая может быть. Это предупреждение. На коротке разыграно. Хорош. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Спешите, он в атаке. Отличная работа с мячом. И выбивает на мяч. Еще один. Блять. Не получается сохранить мяч. Последние 5 минут матча, неужели так и назад мог отдать? Я потом через лево потом. Хорош, Куро. Читаем. Удар заблокирован. И великолепно он игру прочитал. Хороший перехват сделал. Ох, как здорово! Смогут ли они воспользоваться шансом и вырвать 2 дополнительных очка? Классная игра в отборе. И за боковой мяч будут вводить. Что есть? Длинный, точнее. Могу штрафную закинуть. Или не надо? Бля, уже сам кинул. Пас. Так, сели. Ласт атака у них полминуты. Хорош. Вынеси просто в аут. Блять, в аут вынесите, пожалуйста. Ничья после основного. Время уже просто вышло. Выйти еще в контруху. Не. Я там хотел сделать замах, а он его ебнул нахуй в рову, блять. Да? Ну я хотел типа ложную остановку сделать, а он ёбнул Рому и мяч обратно не пришёл. Да, где сука 4 гола? 3-3 по идее должно быть. А, еще 3 гола, да, не хватает. 3-2 должны были выиграть. Начинается первый дополнительный тайм. Поехали. Давно уже.
Выходите оттуда уже, выходите. Через нишу, может. О, ебать, посад нахуй, чудо хуйня. Штрафный удар последует за этим нарушением, судья сегодня неумолима. А Салихан есть большой на дальке. Есть подача в штрафную. Спасает вратарь команду. Потрясающая реакция. Удар с такой дистанции было очень тяжело взять. Спокойно. Хорош. Соперник среагировал раньше. Ну, давай, Яхан с Ромой за ручку бежали. Хорош. Навес в штрафную. Не удалось мяч вынести. Надо обороняться, продолжать. Это была всего лишь попытка создать что-то опасное. Пас получается точно на соперника. Микер. Упал кипка потом. Вратарь забирает мяч. А? У меня кепка. Смотрите, у кого кепка, потом можно с кем-то меня поменять. Давай у меня все стамина. На фланге я центр не смогу. У меня очень поменяться. Что будет делать без стамины полузащитник? Или нападающий без стамины? Не нужно в защите полная стамина. Там не сломался. Если нормально стоять, то хватит. Да ну-ка. Да пиздец, это охуенно, блядь, просто. Охуеть, что за, блядь, игра нахуй. Это что за девчонка? Классная контратака предшествовала голу, давайте еще раз посмотрим. Губы. Можно меня поменять на какой-то фланг? У меня на всю стамину вообще. Пиздец. Я маленький. Мы проигрываем. Давай поменяемся. Хочешь? Давай, можно от тебя на ЦЗ, Курама на ЦАПа и я на Форза. Меня на ЦЗ? Да. Хорошо. Тебя на ЦАПа, один... Курама. Один... Курама на ЦАПа лучше. Хорошо. Я буду бегать туда-сюда. Мы начнем, Миляне. Хороший вопрос. А? Я думаю, мы. Но это не точно. Вообще зависло, походу. У вас тоже? Да, сейчас уже разлагал. Разбагалось. А, нет, они начинают. Понятно. Старые дополнительные 15 минут только что начались. Давай. Здорово он играет. Магибор. Лукаку. Может получиться интересная атака. Давай, троянский конь, грузинский, давай. Ага, хорошо. Еще пространство. Почти Люка. Еще... А, хорош. С точностью мяч летит сильно мимо ворот. Восемь минут осталось командам провести на поле во втором дополнительном тайме. А вот и подходящий момент, чтобы отыграть. А, и вот, все-таки мяч, сука, оказывается у соперника.
Отбегу. Кто забегает? Отличный пас. Ой, хорош. Ух, блядь, да как? Да у них что, заебали, все боты что ли у них остались? У них походу вылетели половина команды, блядь. Пиздец. Этот, пережили. С конца дополнительного времени осталось 3 минуты. Уесть. Могу вперед кинуть далеко. Давай, давай. Кидай, кидай, кидай. Кидай. Сука! Прессуйте, прессуйте, последний момент. Совсем мало времени. Вас не хватает. Одна минута. Хорош, вперед, вперед. Ой. Навесом. И на этом матч завершен. Нет. Для хозяев это два говна, сука, забили, пиздец. На своем поле. Непростой матч получился для обеих. Да, блядь, боты нахуй, везде, ебаный в рот. Давайте так же, блядь, по факту, блядь, мы их выносили просто, не знаю. Да, в одну калитку. Только били бы еще нормально, вообще было бы, цены бы не было. Блять, конечно, гол залетел. Давайте так же. Ставлю канал селфашник. Что это телега? Они же вроде как нерфили этот Лэнси. Да, нет. Они понерфили Лэнси, да. Нет, Лэнси уже... Нет. А? Нет. Что нет? Третий, нет. Лэнси не пофиксили, нет? А пофиксили именно Explosion. Нет, Explosion просто пофиксили. Explosion... А, Лэнси работает как есть. Да, да, Лэнси работает как был. Не, вообще не, одни бегают, Лэнси. Не, здесь, ты не знаю, но Лэнси здесь работает как было. Просто пофиксили Explosion, потому что Explosion вообще не бегал после 4... Да. Бегает, бегает. Просто тут такое дело, Шах, что у центральных защитников тоже, у посады у них тоже она, блядь, и они разгоняются, ты не чувствуешь это так. Если попробую маленьким сыграть, селфашником. Просто там, вот так, когда я играю, у меня, ну, как бы, Холланд хуй с ним, он-то читерский в любом случае. Но у меня еще Бролин есть, он маленький, ну, блядь, ну, пиздошит, как бы, в любом случае. Так, сейчас скажу им, блядь. Сегодня чей-то Бролин выпал, ворлдкаповский. Не, у меня Бролин этот, супергерой. Ну? Кто-нибудь скажет, типа, у меня вообще никто не падает, вообще. Как... Курам, который лишь новый World Cup герой? Нет. Ну, супергерой такая картинка с плащом, блядь, не знаю. Супергерой. Ну да, да, это World Cup Heroes. Да, он мне сегодня тоже выпал. Мне, мне, кстати, из бомжепака какого-то, где только один редкий предмет был, выпал этот Тео Эрнандес Inform 86 непродаваемый. Заебись. Холланд такой же мне выпал, и Эдерсон такой же мне выпал. Ворочек. Я не знаю, Алихан. Они зовут, они зовут. Скажи, скажи им, что мы готовы. Я, не знаю. Я сказал, сказал. А, все, все отлично. Бля, мне вообще не дали. Примите, не? Нету. Ну, передайте по-другому. Передай, передай, передай быстро. А, все, он принял. Он просто, видимо... Нету, понятно. Ну, ты так сказал, отправили прям давно. Ну, все, все, в Cobra Kai там просто задержка. Окей. Mm-hmm.
Футбол зовет. Всем привет, кто проводит свое время в FIFA. Ну все. Комментировать матч сегодня будут Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы приготовили для вас отличный матч с первой и последней минуты. Никуда не уходить. Очень хорошая атмосфера на стадионе. Громко, ярко и напряженно. Все ждут начала матча. Ну что, новый день, новый матч. Посмотрим, что приготовили нам команды сегодня. Надеюсь, нас ждет яркая игра. Мчетлидзе. Есть такое. Хорошо. Еще чуть-чуть. Гол мог бы. Трибуны однозначно. Да отцепить ты от меня. Решение судьи не ставить 11-метровый удар. Бля, походу Рома меня персонально нахуй ходит. Радуйся. Они с мячом, и атака продолжается. Хорош. Отличный перехват, очень вовремя. Хорошо. Хорошо. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Мяч выходит из игры, и судья назначил угловой. Сейчас помоги, Алихан. Ага. Я маленький. Ближе посмотрите. Посад возьми, посад. В центр штрафной подан мяч с углового. Ага. Блять. Отличный пас прошел. Ух. Но нет, пас не проходит, и это заслуга защиты. Почти. Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать тут. Но ничего здесь не получается создать. Скинул. Ох! Не торопится арбитр со свистком, дает играть команду. Хорош. Не смогли справиться с владением. Жалко только я... Отличная на работа с мячом. Но это явно навес не получился. В чужого игрока мяч попадает. Мяч в игре. Хорошо исполнено. Шикарно высокий прессинг. И мяч снова у них. Да, все-таки решили привести, да? Хорош ли она? Шалной хочет. Ну как же так? Настолько выгодная позиция у него была, а вот удар будет от ворот. Давай через меня. Микки. Контролирует мяч команда. Соперник Ой. Пока никак не может его перехватить. Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. Может играть дальше, вратарь не забирает. Бля! Здорово! Очень это... хороший удар получился. Да, на какие-то сантиметры как ты не мяч попал? Разминулся со створа ворот. Шалоп научил Виталя. Пас неточный, мяч уходит за боковую. И мяч перехвачен. Принял. Я скидывал. Ну, принял бы, они бы тебя отпустили. Не знаю, слишком близко было рука. Не, тут этот СЗ-шник у тебя отошел. Есть вообще. Вариант развития атаки. Опа. Знаешь, это еще надо было рассчитать. Ну, да, это да. Ты не думал, что он так и сделает. Ёпт.
Хорош. Смотрите, ночника. Блять, заебали нахуй крыть этот удар. Хорошо сыграно в отборе, соперник остается без мяча. Микел, брут. Хорош. Совсем не точно. Ну вот видим и статистику, и она подтверждает происходящее на поле. Записной фаворит пока. А вы там аккуратно. Хорош, блять. Ебать там врезался, конечно. Удар. Он, кстати, врезался, а потом быстро набрал. То есть, если бы я играл телегой, я бы не смог так ускориться. Удар с лета, все сделано вовремя, да нет, почему телега тоже нормально вяжет? Не-не-не, не вяжет. В плане того, что видишь, он врезался, а потом на ускорении он прям бустанулся очень по скорости. Телега бы медленно бы набирала. Что я? Сказала, что можно играть. Мяч остался у команды. Все-таки игра прерывается, судья просит команду разыграть штрафной. Мяч из-за боковой будет введен в игру. Петни. Не пошел никто? А, пошел. Ой, главное, примени его. Приснуйте их, приснуйте. Все, идите там, идите там, все, ребят. Не прессуйте, а прессуйте. Ох. И на месте голкипер. Давай, Дарька вообще я. Свободная, блядь. А вот, я спас, я там тебя. Спас угловой разыгран. Хорошая игра защиты. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Лукаш. Забегайте. Можно остановить Лука. Хорош. Блядь, Трикстер, ебать, ломал. Нойер, блядь. Конечно, это охуенно. Очень выверенный пас. Нет, Трикстер охуенно вышел, кстати. Очень отличная хорошо. Отличная игра в отборе. Одна минута добавлена. Хорошо. Ну, вдруг повезло бы, я бы умчался. Вот тебе и Уэнтхли. Это... Кто там говорил? Вот и так, все, да, нет, так я бегу с ним в обнимку. Я не про тебя. Ты все равно не обогнал бы его. Он уже максимально разогнался. Нет, так я бежал с ним плечо в плечо. Я уж в борьбе был. И не потому что... Если мы были на дистанции друг от друга, я бы убежал бы от него. А так я в него уперся просто. Поэтому мы бежали вместе. Лэнгти защитники уже не догоняют этих эксплозив нападающих. Все уже. Тоже пройденный этап. Ну, он сейчас был перед этим заброс, когда Трикстер вышел из ворот. Я же убежал. Ну да. Если бы он не вышел, то все. Эх. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Хорош. Здорово он в отборе действует. Из-за боковой будет сбрасывать. И теперь с мячом будет соперник. Блядь, не на меня. Амо. Все возможности не для меня. Нужно пробить. Контратака продолжается. Эй, ну, бля, вы там. Что ты делаешь? Он автоматически скинул, потому что я выходил из ворот. Блядь! Она засчитала как нажатие. Мяч хорошо двигается в атаке, нужно продолжать. Почему меня не вывели один на один, ёлки-палки, изначально? Дает арбитр игру продолжить. Так, почему ты в этих моментах молчишь, когда меня игнорят? Есть кому в атаке помочь. Кто молчит? Опа, опа. Точно.
Амо. Отличный отбор, соперник без мяча. Видел, как я убегал? Эх. Видел, видел. Он уже на мне висел. На мне? Да я его убегал. На мне! Можно. Чедлидзе. Хорошо сыграно. Да, посад там просто. Сел, мяч забрал и фамилии не спросил. Какой пинг, великолепно! Хорошенько. Ну, надо еще поработать над техникой, чтобы не ошибаться в таких простых ситуациях. Судья все хорошо видела и за это нарушение назначает штрафной удар. Посмотрите на 11. Здорово сыграно в отборе, соперник без мяча. Вынос, хорош, мяч не задержался в штрафной. Уверен, он в отборе сыграл, и за боковой будет вбрасывать. И пас перехвачен. Атака продолжается, судья дает играть. Тащит мяч вперед он. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось, они просто потеряли мяч. Двойный Месси на ход. А двойный, мне кажется, ну да, можно будет пробовать, окей. Но, блядь, сколько я буду играть этот двойной, блядь. Нет, тут живые, живые. Все просто, вынос. Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать тут. Не хватило у них движения, чтобы мяч у себя оставить. Ну, я видел так. Опа! Нож. Ёпта. Да, это заебали под какой-то. Это штрафной, смотрим. Грубо очень. Горят, горят. Судья решил обойтись без карточки, потому что это устное предупреждение, надо играть внимательно. Давайте не обрезаться сейчас. Закидушку на фанг, наверное. Пересек мяч боковую линию. Штрафной надо кидать. Где Ильхан? Да. Ебать. Опа. Хороший вынос мяча из штрафной. Хороший. Кровать. Назад, 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 назад. О. Далька. Хорош. Смотри, видишь? Вот это интересный пас. Ну, я не видел никого, поэтому... Еще чуть-чуть, подержал. И был бы гол. Хорошо. Вперед идет атака, интересно может быть. Будешь штрафной удар, судья четко разобралась. Шально, бить не будешь, надеюсь? Алихан, центр, заходи. Очень шумит сейчас стадион. Один назад еще, пожалуйста. В счете, и гости тянут время. Очень напряженная атмосфера сейчас образовалась над полем. Да, нормально. Не боятся гости играть при таком свисте. Видимо, на них это никак не давит. И самообладанием у них все в порядке. Да. Хорош. Пас дальше не прошел, перехват. С мячом они идут в атаку. И это последний шанс забить. Лучше. И выносит мяч защитник. Ага, не дают выносить. Хорош. Вот так и нужно играть у своих ворот. И смотри, как убегает Уэнтфли. Осталось вот так, нахуй. А друг, что бля, а ну тут... Блядь, ток не ток, братан. Ну я, блядь, от Рикстера не ожидал такой выход. Они снова с мячом, пас перехвачен.
Сбрасывание будет. Вперед, кино. Там, там мяч, конечно, так прыгал нахуй, что он, блядь, его прямо, блядь, не взял. Матч самый напряженный момент, гости ведут в счете, но... Ну давай, Лэнси, блядь. А стамины нету, человек. Обе команды не балуют нас атакующим футболом. 1-0 на табло после Моргало, да. 85-я, сейчас не надо всем ламиться вперед. Ой-ой-ой, скидочка, ой-ой-ой. Почти поймал, почти поймал его. Они получили право на угловой. Чуть бы в угол полетело. Будут выигрывать уже два мяча. Так что, пасик даем. На коротке решили разыграть угловой. Блять. Сзади, пожалуйста. И сзади. Назад, 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 назад. Хорош. Хорош. Удар последует за этим нарушением. Судья сегодня неумолима. Все, 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 все. Отдает мяч точно сопернику. Не убегать сейчас, последние минуты. О, спасибо. Основное время истекает через одну минуту. Ой-ой-ой. Соперник прессингует, безопасность сыграет вперед. Через вратаря. Будь мяч у фраг, он будет на меня накинул. Атака очень перспективная, но уже последний шанс вырвать ничью. Хорош, Лука. Куда? Тихо, я не смог. Троф, троф, ближко, троф, ближко. Это он сам сделал. Все. Я впереди останусь, что вы носите? А. Идет в штрафную мяч. 29-31. Да ну нахуй! Все. Пиздец, там отскоки, конечно, были. Я не понимаю, где все пошли последней минутой. Блин, 4 игроков в атаке сидит. Эй, все куда пошли, блядь? Будешь, Лука, будешь. Дома будьте, блядь. Бля. Хорош, блядь. Выиграли. Третью забираем и заебись. Ага. Бля, ну аккуратно. Блядь, гол у Гарда, конечно. Кстати, проебал гол, как забили? Там, зачем? Там этот... Там... Ир... Там он сам проебался, короче. Кто-кто-кто? Чича проебался, он хотел вынести, но посад ему помешал. И прям в раме отскочил. Ты уже вышел, не видишь повтора? Я вышел, да. Включи. Я посмотрел. Сейчас включу. Они тоже его смотрят, бля. Я что-то, сука, на автомате вышел, блядь. Посад отпиздил его, короче. Ну-ка, давай. Есть? Давай, давай. Да, да. Хорош. Сейчас. Сейчас в другой камере, подожди. Давай еще укрепним. Все, заходим, заходим. О, это аура его подвинул, да? Они даже не касались. А, так, увернулись друг от друга, да? Mm-hmm. Хорош. Не, ну маленьким поприятнее, конечно, чем телегой. Раньше это можно было еще, типа, потерпеть ради... Меты, но сейчас уже нет смысла. Ну, лучше играть тем билдом, которым привык, чем подстраиваться под мету, потому что иначе... Такого себе. Так, кого не хватает? Лука, ты где? Шах. Зайдешь к ним, скажешь, что мы готовы. Угу. Ой, спасибо. Вы видели прикол в чате с Олегом? Фраг, приглашай их, не готов. Так. М? Вон, смотри, Чича, короче, скинул лучшие игроки. Видишь, там 4 больших нигера. И Алвина, короче, такой белый, белки.
Сейчас, бля. Охуенно совпало. Amazing. Погнали. Оленик маленьким играет. Языка взял. Георгий Черданцев и Константин Генич. В этом матче я не возьмусь угадать победителя заранее, все покажет игра. Давайте сейчас реально красиво сыграем. Давайте реально сейчас вообще по-другому сыграем. Тики-така. Сейчас первый пропустим, мы сыграем. Не-не-не, тики-така, ребят. Где ушли? Давайте реально пасики, давайте. Здесь прессинг. Капитан говорит, стоять! Ладно. Где центр? Отличный удар! Хорош. Опасно было, но вратарь так, на пацаны, месте. Пацаны, понадёжней, поплотнее с ними. Выдохнули. Алихан, давай через тебя. Нет. Давай. Я ещё нормально здесь. Блять, давай откройся. Лука, сори, я нажал раньше, он не отдал. Я смотрю, он сыграл действительно классно. Да-да. Давай, Троф. Там есть все свободное. Окей, хорош. Мчедлидзе. И уходит он на топеке. Но все-таки атака остановлена. Ходу, что на пыльне спиздили. Прямо с ноги снял нам. Нет, блин. Есть. Опасная атака могла получиться, но боковой арбитр поднял флажок, значит был офсайд. Очень жаль, что не получилось сделать рывок вовремя. Могло быть очень опасно. Я задавлю. Хороший пас на соперника. Ух ты. Хорош. Курам, давай, твой. Тики-така хули. Очень здорово прессингуют они. Путин-кака? Так, менять фланг. Уходи от этого фланга. Не закрывают нас каждый раз. Будет его с мячом расстаться сейчас. Отличное видение игры, очень здорово он в перехвате сыграл. Хороший. Бля, хорош. Как он обокрал, бля. И мяч возвращается к ним. Хорош. Мяч у них на чужой половине. Удачи! Не, нормально, а вдруг? Эффективен высокий прессинг сейчас. Не, ну понятно, просто там продолжение. И пас перехвачен. Здорово. Хорош. Арбитра все-таки было вне игры в этом моменте. Бля, ну нам то не то. Слишком рано побежал игрок, и это стало ключевым моментом. Отдаю на этом. Хорош. Смотри, если бы ты сейчас проход мне дал, я бы так спокойно оторвался бы просто, вообще, без проблем. Прошел? Да. Будет введен в игру. Я уже разогнался, и он тупо уже пробежал бы нормально. Хорош. Микки. Хороший это. И теряю Кучкович. И
Бля, почему тянет Курама, блядь? Почему Белкова тянет? Ёбаный урод. Ну, Дальку чаще всего тянет. На самом деле. Прямо в центр, нахуй. Великолепный момент был, чтобы забить недавно, а еще в это время там было фантастическое спасение вратаря. Посмотрите на счет и угадайте, кто герой эпизода. Сейчас заброс будет смотреть. Посмотрим, придаст ли это спасение уверенности команде. Хорошо в отборе сыграно, будет аут. Хорошо. Ушел мяч, аут. Ясно. Хотят, чтобы мы привезли. Почти, почти. Почему мы этого хотим? Интересно. Ладно, они хотят. Понятно. Давай, Лука. Сейчас есть кому мяч отдать из-под этого прессинга. Я что, выиграл? Охуеть. Блять, хорош. Вбрасывание будет. Ну, вперед, пизданул. Ну, головой, наверное, прям ебанул. Ну да. Ничем интересным. Идиот, у меня ногу вылетал. Свою. На мой скажет, да? Чикайте. Ну это реально странная хуйня была сейчас. Пас перехвачен, теперь мяч у другой команды. Хорошая игра защиты. Петр, туши его. Здорово. Какой своевременный отбор. Ну-ка, наказать за такую потерю голом. Шикарно высокий прессинг. Так, и мяч снова у них. Назад. Эх, хорош. Где в садик был? Ну там... Флажочек горел. Угорел там, возможно, поздний офсайд. Бывает такое, что не засчитывается. Отличный проход. В атаку они переходят. Хорошо сейчас работает с мячом команда. Опа, опа! О. Бля. Я думаю, вы во дворе. Сегодня действуют обе команды. Решение не рисковать без необходимости. Пока что игра у нас идет на измор. Кто кого первым заставит ошибиться. Играть еще минуту. Столько добавлено к основному времени. Ласт атака. Я знаю. Просто не хотел последний минут. Все, на этом первый тайм закончен, но уже совсем скоро мы встретимся. Ну, они тоже немножко душно играют. На барабанах поедет. Драм соло записывает. Камень 110, Алихан. И второй тайм у нас начинается. Пока что? Что непонятно. Камень 110, если что. Счет на табло ничейный. Так, погнали, блядь. Я понял, как ему. Я ждал 116. На опции. Давай. Давай, Лука. Хорош. По
Посмотрите, как здорово ходит у них вперёд. Отличный шанс есть для контратаки. Бля, там уже почти выход был. Теперь здесь почти выход. Есть шанс выход выйти вперёд. Есть гол, счет открыт. Ну что, лиха беда начала? Да, хочется надеяться, что этот мяч окажется не последним в этой игре. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Вот так это. Блять, что это, блять, за рандомные подкаты нахуй? Мяч в аутушу. Плохой пас точно на соперника. Да бля! Попасть-то топлс. Центр, заберите центр, в мою зону. Хорошо. Очень своевременный есть. Перехват. Нельзя было давать пройти этому пасу. Все, проебался. Эх! Удалось прервать эту проникающую передачу. Оказалось, это был почти гол. Есть у него поддержка в атаке. Отличная работа с мячом. Хорош. Но ничего здесь не получается. Давайте нужно быстрее двигать мяч чуть вперед. Хорошо, Петр. Да ладно. Коробочку его, бля. Коробочку его. Сент, заберите кто-нибудь, чтобы я вот лево забегал. Или кто-нибудь лево, встаньте, я в сент заберу. И бьет! Удар! Рукой можно. Давай, Алихан. Да иди, блядь, нахуй, блядь. Есть хороший момент. Да ну, Мадрид. Сори. Не думал, что я в него попаду. Хорошо. Мчедлидзе. Стоит отметить четкие действия игрока, давай. Вернувшего мяч своей команде. Хорошо. Стука. Амо. Забери, иди на него, иди на него, иди на него. Может быть интересно? Гол! Заебали, блин, что так? Он большой, здоровый, как вы так прыгаете на него? Хуй знает. Вот смотрим еще раз. Да, удар пришелся с убийственной, что называется, дистанции. Но голбасы какие-то уже, блядь. Мне кажется, была там... Ну, первый гол, но они 5 на 3 были, если что. Счет 2-0 у нас. А сейчас мы запустили его. Чисто сыграно в мяч. Может получиться интересная атака. Нет, в первом... И пошел навес в штрафную. Защита первая на мяче, вынос. Давай я пойду играть как три защитника. Вперед. И есть поддержка у этой атаки. Ой, хороший веток, ебаный в рот, как же, сука, этим последним пасом не прет. Давайте присаживайте. Из-за боковой будет вбрасывать. Отличный пас. Обидно для атакующих, но все-таки офсайд. Хорошее движение впереди, но момент для рывка не получилось выбрать правильно. Движение пошло чуть раньше передачи, а должно быть наоборот. Сейчас можешь сразу? Да. Нам, блядь. Блядь. Можно со мной обратно. Нет, вперед буду. Мяч ушел в аут. Да, надо было через рыхан. Да? Я тоже есть. Смотри. Навес в центр штрафной. Дали мяч. Ёпты. Тут же прессинг.
Ну что это за навес? Чужой. Я максимально пытался его сохранить. Команда зацепилась за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Хорош, но есть его. Есть. Чисто отбирает мяч. 81-я минута. Отличный пас. Здорово, очень хороший удар получился. Да, на какие-то сантиметры мяч разминулся со створом ворот. Иду вперед. И пас точно сопернику. Очень выверенный пас. Вытаскивает этот мяч голкипер. Пошли вперед, я вперед пошел. Сможешь? Давай. Ничего не получится, пас перехвачен. Сука. Душите его, душите. Я душу. Сразу вперед. Вот пас. Блин. Зачем? Вот зачем эти хуйни? Когда вот мы проигрываем. Лево, лево нас много. Хорошо. Офсайд будет там. Это пас. Начинали они свою атаку, но потом потеряли мяч. Теперь надо снова обороняться. Далеко ушли. На фланге мяч, есть свободный. Что вы делаете? Да, центр. Две минуты еще играть, именно столько добавляет судья. И мяч снова у них. Да выбейте просто, блин, время уже. И все, хозяева ничего не смогли сделать. Сильно, сильно. Давайте, спасибо за игру. Давайте, пока. Давайте, спасибо.